Геомансер, Мипо. Геомансер – злой дух Земли, издавна почитаемый некоторыми геоязыческими племенами. Он получает удовлетворение, хороня своих врагов заживо среди холодных скал или накалывая жертв на свою лопатку. Геомансер силен своим умением делиться на несколько копий, не уступающих по силе оригиналу. Так, он в 4 раза увеличивает опасность для своих врагов. Криса, не получится ничего тут у вас. Я вас задушу. Ой, хорош. И пуфами. О! Не, ну это на вставочку. Самая лучшая игра, которую я показывал за всю жизнь на Мипо. Хорошо, с барой вообще, конечно. По кайфам. Только сетку кидать успевай. Блин, вот мне бара, конечно, тут солит. Покажите мне его. Хорошо, можно вечной сетки пацана держать, он в шоке будет. Забавно. Оп. Ну, Sunstrike какой хейтерский, прикиньте. Же есть. Так, ну это самая лучшая игру в мире свою показываю. Самая лучшая игра в мире. Ну, активная катка, пытаемся помогать ребятам, и вроде получается, ребята фидят нормально. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать новый гайд, конечно же, поблагодарить вот этих спонсоров, которые подписаны по спонсорской подписке в Ютубе. Это значит что? Это значит, что они смотрят контент немного раньше и знают немного больше. Ребятки, подписывайтесь, смотрите контент, и вообще спасибо всем, кто поддерживает, ребятки, от души. И что ж, сегодня у нас интересный гайд на нелюбимого мною героя. И это, конечно же, Гео. Да, вот такой вот у нас мипарчик сегодня будет на обзорчике. И сегодня, в отличие от прошлого гайда, мы узнаем немного больше нового. Ну и, конечно же, узнаем, как работает у него Earthbind, как работает Пуф, как работает Geostrike и как работает Divided Withstand. О, вы из Англии? Ребятки, не переключайте теорию, не скипайте практику, и не практику, и не скипайте, и... Короче, смотрите все до конца, чтобы знать немного больше о этом персонаже. Поехали! Ну что, друзья, первая способность на нашем персонаже — это, конечно же, сеточки. Хоткей у нас Е, мы ее прокачали, эту сетку. И что мы будем делать? Кстати, помните гайд... Я так немного отойду в стороночку. Помните первый гайд? Я первый гайд начинал вообще с обзора ультимейта. Ну, типа, как бы, да, типа, имеет место быть. Начинаешь с ультимейта, чтобы было немного понятнее, но тут немного по-другому. Сделаем гайд по-новому, как говорится, это же новые гайды. Соответственно, и будем делать по-новому. Будем делать стандартные разборы, а потом перейдем к ультимейту, к аганимам и прочим всяким фишкам. Поэтому досмотрите до конца. Вообще, смотрите, первая способность у нас — это сеточка. Хоткей у нас Е, и у нее определенная дальность применение, которое прокачивается в зависимости от уровня вашей прокачки. И, конечно, тут у нас будет другой, разный колдаун в зависимости от уровня. Но монокостка, конечно же, у нас будет неизменной. Прокачали мы сеточку, давайте покидаем, посмотрим, что будет происходить. У нас сейчас сеточка, к слову, на 500 расстояния, дальность применения. И кидаем. И вот такая вот сеточка, ничего вы делать не можете. Из сеточки нельзя чарджнуться, то есть это считается руфом. Ой, руфом. Жесть, рутом. Это считается рутом, конечно, руф рядом стоит, просто он меня сбил. Понимаете, сеточка считается у нас рутом, чаржнуться с нее нельзя. Сеточки очень легко диспелятся любым диспелом, это очень слабенький спел такой. Но, ну как слабенький, видите, я даже нажать не могу на чардж. А, ну потому что не вижу. Понятное дело, но это небольшой файл. И окей, вот так вот закидываю. И, конечно же, юзаю чардж, чардж сбивается, ничего не происходит. И, к сожалению, сетка не дает ничего сделать. Сетка легко сбивается у нас гастом, на гасты сетка не накидывается. На БКБ-ху не докидывается и всякая прочая такая тема. В целом этот спел тупо для того, чтобы кого-то поймать. И все, не более. Вы поймали, задизейблили, и, конечно же, чел стоит на месте, крутится, не понимая, что... Ну, живой, животничья, поймали, вот и все. Он ничего не может сделать. Что ему делать? Правильно, стоит на месте. Вот и все. Вот такой вот смысл нашей сетки. Монокост у нас определенный, как я и говорил. И давайте вот здесь это разбирать. Вылезает у нас табличечка. И смотрите. Дальность применения 500, 750, 1000 и 1250.
на расстояние блинг-даггер кидается эта сетка. И реально очень круто. А УЕшка у нас составляет 220 единиц. То есть вот этот кружочек, это у нас 220 единиц. То есть в этом АУЕ вы можете поймать двоих, троих, пятерых, десятерых. Смотря сколько там действует на героев, действует на крипов. Очень простенько и понятненько. Следующий момент, какой у нас есть, это, конечно же, длительность. В течение 2 секунд персонаж будет у нас, можно так сказать, обездвижен. Зарутен, а не заруфен, да, не заруферы, а зарутены. И, конечно же, это все стоить будет 100 маны. И перезарядка у нас будет составлять такую вот тему. 20, 16, 12 и 8 секунд. Так что вот такая вот у нас приколюха, ребятки. Сетки, очень прикольная тема. Сетки, геосетки, наги. Кто помнит, тот поймет. Сетки, шаманы, но маловероятно, что кто-то поймет. Так что, друзья, вот такой вот у нас первый спелл. Обязательная приколюха в прокачке для гео. Итак, братцы, следующая способность на нашем персонаже — это пуф. Данная способность позволяет мипу передвигаться по карте более безнаказанно. Все вы знаете, что у мипа ультимейт — это его клоны, и с помощью второй способности вы сможете передвигать мипа глобально по карте, тем самым еще и быстро выфармливая и, конечно же, наносить очень много магического урона. Данная способность немного специфична, поэтому постараюсь ничего не упустить. Давайте для начала ее прокачаем и посмотрим, что у нас будет делаться. Хоткей у нас F. Прокачали, и очень удобная способность. Можно нажать вот так вот просто F и куда-то в область. И если тут есть клон, это опять-таки я буду дополнительно разбирать, то мипа сделает пуф сюда. Это мы будем разбирать, опять-таки повторяюсь. Самая интересная специфика этой способности, что данная способность, во-первых, наносит магический урон. Во второй момент, у нее есть у этой способности определенная АОЕ дэмэджа, а именно 375 единиц. И, конечно же, есть время каста, 1,5 секунды. В течение 1,5 секунд нажимаем, и гео у нас вот так вот стоит, раз, и пуфает вот так вот быстренько, лопаткой крутанул. И, конечно же, наносит дэмэдж всем в АОЕшке. И, если есть возможность, если может, то, конечно же, он может портануться. Данная способность наносит дэмэдж в 2 этапа. Первый этап — это место телепорта, и второй этап — это, конечно же, приход, куда он приходит, данный персонаж. То есть это может быть иллюзия, то есть как иллюзия, это может быть клон, неправильно называть Ultimate Geo иллюзии, это будет клон. То есть если вы отсюда портуетесь клоном вот сюда, то будет 2 урона. Один здесь урон нанесет гео в радиусе 375, и другой здесь. То есть тем самым тот дэмэдж, который у нас показан по уровням прокачки, он, конечно же, у нас будет умножаться на 2, в случае, если вы, конечно же, делаете пуф в радиусе 375 единиц. То есть здесь образно, вот в этом радиусе, если вы сделаете этим мипарем пуф, то он у вас надамажит 2 раза. А если у вас здесь стоит клон, то он у вас ударит пуф здесь и ударит здесь. Надеюсь, эту тему вы понимаете. То есть, как раньше я говорил на старом гайде, что этот пуф у нас наносит дэмэдж. Если вы нажимаете пуф на себя, то он наносит двойной урон, а если нажимаете на телепорт, то он наносит 1 урон. Это немножко неправильно, тут немного такая недоговоренность. Мипа наносит дэмэдж от места старта и места, конечно же, окончания этого пуфа. То есть если он перемещался, то он нанесет урон здесь и здесь, а нанесет он в зависимости от уровня прокачки такой дэмэдж. Смотрим. 80, 100, 120 и 140 урона. И, конечно же, если вы в радиусе 375 единиц, как я уже и говорил, в радиусе 375 единиц пуфнетесь на своего клона, то, конечно же, вы нанесете 2 урона. 140 и 140. Надеюсь, вот эту тему вы понимаете. Это основная тема, которую нужно знать. Ну и стандартно по пуфу. Поехали. Дальность применения глобальная. Как я уже сказал, вы можете телепортироваться к клонам своим и к иллюзиям. Тоже важный момент. К иллюзиям. Да, к иллюзиям, то есть обычную руну берете и можете пуфаться к иллюзиям, это прикольно. Реально прикольно, тем самым можно немного подзапутывать врагов, и это круто. Следующий момент, радиус 375, я уже этот момент обговорил. Требуется маны, 80 единиц маны для того, чтобы запуфать гео. И, конечно же, перезарядка, 12, 10, 8 и 6 секунд. Каждые 6 секунд вы сможете в радиусе 375 единиц наносить просто вот по 280 урона. Тут
Тук-тук-тук-тук-тук, прикиньте, это очень много. Конечно же, так как это магический спелл, тут у нас будет защита, а именно от БКБшки. Эта способность у нас никак не пляшет. Если у оппонентов есть БКБ, рейджи, иммунитеты, то, конечно же, ничего вы не нанесете, к сожалению, с пуфом. Но вот такая вот у нас есть беда. Теперь, эта табличка у нас уходит, и давайте посмотрим табличку, с помощью которой вы поймете, сколько дэмэджа можно нанести с пуфа. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5 мипа. Все вы знаете, что мипа у нас будет, конечно же, 5 в игре. И обратите внимание на ласт уровень мипа. 800, 1100, 1200, 1400 урона можно нанести с пуфа. Каждые 6 секунд 1400 магического урона. Тык-тык-тык-тык. 1400. Это очень много, ребята. Это очень-очень много. Так что вот такая вот у нас вторая способность. Не забывайте, что когда мы разберем ультимейт, мы разберем доскональнее все способности. Первую и вторую. Но именно не так досконально, как сейчас по табличкам, а, конечно же, с фишечками, которые можно юзать с помощью клонов. Поэтому все, вторая способность нам понятна. Поехали на третью. Ну что ж, самое время, конечно же, поговорить о пассивке, которая есть у Гео, а именно Гео Страйк. Хоткей у нас G, конечно же, прокачали данную способность. Это пассивка, это значит, что она выключается сильверейджем. Но так как у нас Гео будет очень много, это не очень эффективная тема. Да, поэтому как бы, не знаю, вот непонятно вообще, зачем отключать эту пассивку, если вы отключите у одного гео, у остальных она будет работать. Так что такой смысл. Что делает эта пассивка, спросите вы? Эта пассивка замедляет и, конечно же, накладывает DPS, Damage Per Second. В зависимости от уровня прокачки эта вся тема у нас увеличивается. Если гео кого-то атакует, то на 2 секунды накидывается вот такой вот дебафчик. При этом есть такой эффектик, обратите внимание. Смотрите, сейчас упадет спелл, опа, и эффекте такой тынк, видите такое поле? То есть сейчас при обычных атаках его нету, а когда оно заново перебафывается, оно появляется. Очень прикольная тема, и, соответственно, заражает этим ДПСом, и персонаж начинает хапать немного жестче. Ну как немного? Если гео будет очень много, то хапать герой будет очень-очень много, ребят, уж поверьте. Давайте посмотрим по табличке. Урон в секунду 8, 16, 24, 32 дэмэджа в секунду. 32 дэмэджа в секунду. Казалось бы, немного, но в течение 2 секунд после одного удара одного мипа. А если мипа много, то, соответственно, будет много ДПСа. Следующее. Замедление передвижения 5, 10, 15 и 20%. Опять-таки, это с одного гео 20% замедления. Подумайте, как можно настакать. Это нереальное количество замедления и ДПСа. Длительность 2 секунды. Всего 2 секунды, но как приятно-то. Следующий момент, который у нас тут есть, в принципе, по табличке у нас тут все понятно, это, конечно же, что проходит эта тема через БКБ. Замедло будет проходить через БКБ, сейчас мы это разберем. Итем Блацк. Итем 230. Окей, смотрите. Персонаж у нас немножко будет подзамедлен. Конечно же, damage per second у нас будет накидываться или нет. Сейчас мы посмотрим. Если честно, я сам не знаю, будет накидываться ДПС или нет. Мы атакуем. И нет, ДПС блокируется, но замедло. Замедло работает 100%, ребятки. Замедло работает 100%, это я точно знаю, это по геймплею. Но если честно, по ДПС не замечал. ДПС не накидывается, а замедло, конечно же, накидывается на БКБ. И следующее, что может быть? Может использоваться у иллюзий. Это значит, что у всех иллюзий, которые вы подберете, будет вот это работать пассивка. Но как она будет работать? Она не будет замедлять, но будет накидывать ДПС. Так что вот такая вот у нас, ребятки, тема. Следующая прикольная тема, что это не уникальный модификатор атаки, что, соответственно, говорит о том, что можно собрать какой-нибудь орб-эффект, и эта способность будет отлично работать. Так что вот такая вот, ребятки, у нас тема. Есть табличка еще по ДПСу, которую можно, так сказать, нанести с геомансеров со всех. Не знаю, выводить ее или нет, ну, конечно же, я ее выведу, ребята, что мне для вас не жалко подмонтировать это все и красиво сделать. Смотрите, 1, 2, 3, 4 и 5 мипа. Давайте посмотрим сразу место, где у нас написано 5 мипа. 80, 160, 240 и 320 единиц
вы наносите магического урона в случае, если каждый мипа ударил эту цель. Тут посчитано уже конечное количество дэмэджа за 2 секунды после того, как вы ударили. То есть на ласт уровне 320 магического урона, это реально очень много. А прикиньте, если вы постоянно бьете в течение там образно, ну 6 секунд, да, получается там очень реально много магического урона, и к сожалению вы не сможете даже никуда отойти из-за того, что вы очень сильно замедлены. Так что вот такая вот у нас простая математика, ребятки. И в принципе по пассивке у нас тут вроде все. Пойдем уже смотреть ультимейт, ведь там действительно будет очень интересно. И после этого разберем множество фишек со всеми способностями мипа. Итак, друзья, теперь остается у нас самое интересное. А именно это наш ультимейт на мипы. Это самое основное, что вы должны знать. И именно что вы должны знать. Ультимейт мипа дает вам клонов. Почти таких же, как вы сами, но без инвентаря и с более слабыми статами. Но как улучшить эти статы, я расскажу чуть-чуть позже, когда будем обозревать Аганим, поэтому досмотрите до конца. Смотрите, когда вы прокачиваете ультимейт, вы будете получать по одному геомансеру. К слову, ульт прокачивается у нас так, на 3, 10 и 17 уровне. Да, не как обычно на 6, там, да, вот этот 11, там, и еще там 16, да, а именно 3, 10 и 17. Когда вы получите 3 уровень, вы можете прокачать ультимейт, и у вас появится вот такой вот маленький геомансерок. Посмотрите его статы. Статы, в принципе, одинаковые, но если вы будете сюда что-то улучшать, а именно, видите, тут есть инвентарь, а тут инвентаря нету. Тут есть только один инвентарь, а именно этот инвентарь сделан под сапог. К слову, сапог можно любой. Транквилу можно там, Boots of Travel, но всегда делают travel для того, чтобы лучше перемещаться. Потом Аркану можно, ПТшку, Транквилу, там вот это все такое, Грифсу. Но Грифса не будет работать так, как должна работать. То есть можно будет там давать ману по КД, да, но не будет хилить, потому что есть КД меки. Поэтому тут обузы как бы не получится. Ну и конечно же, вот в этом есть минус этого клона, что он слабее, чуть-чуть слабее без Аганима, чем основной. Потому что у него нету никаких слотов. Ну и конечно же, прокачивается ультимейт на 10 и 17 уровне, вы также получите еще одного мипа. Давайте посмотрим эту тему, прокачаем, давайте 25, и конечно же вот так у нас получается уже 4 мипаря, и это реально очень круто. К слову, хоткей у нас этой способности был D, но по хоткею я никогда не прокачиваю ультимейт, не знаю почему. Ну и в целом получается вот такая вот у нас контора, вот такая вот могучая кучка. И что мы можем делать, будучи имея побольше мипарей? Переключая их, вы можете, вот просто вот переключая их, этих мипарей, вы можете сразу же обратить внимание, что у них, у этих мипарей, есть способности. Способности полностью идентичны тем способностям, которые вы прокачивали на основном. А именно, если вы вкачивали все тут на единичку, то, соответственно, на этих мипарях тоже будет на единичку. При этом, если вы будете на каком-то клоне прокачивать способность, то эта способность также прокачивается и здесь. То есть они синхронизируются, эти мипари, этот основной мипарь с этими клонами. Это очень-очень важный момент. И, конечно же, следующий прикол, который у нас тут есть. Конечно, вы можете все юзать. Да, именно, вы можете все юзать. Как вы можете это юзать? То есть, можете кинуть сетку вот так вот, потом переключать на другого мипа. Как переключать? Я лично переключаю на боковую кнопку мыши. Кто-то переключает на таб. Это тоже очень удобно. И, конечно же, можете следующим мипарем кинуть сеточку, потом следующим мипарем кинуть сеточку, потом следующим. При том, что сеточка, которую вы кидаете, она перебафывается. То есть... перебаф, что значит? Это значит, что сетка будет у нас продляться, то есть она не будет там накидываться поверх, там, знаете, 30 сеток, знаете. И можно тут очень интересно таймить, то есть образно персонажа, дизейблить там в течение 2 секунд, вы можете спокойно его вот так вот держать в течение 2 секунд одной сетки. А в совокупности можете очень долго держать. При том, что КДшка у нас настолько маленькая, что 8 секунд. И получается, когда у вас будет 5 мипарей, а 5 мипа у нас дается с Аганимом, и там есть свои приколюхи, это разберем, вы сможете бесконечно держать в сетке. Это реально очень имбово. Не говоря уже о том, как работает у нас пассивка. Давайте посмотрим. Вот вы атакуете, и посмотрите, как у нее сейчас ХП будут убавляться. Это пассивка первого левела, конечно же. Давайте ее вкачаем чуть побольше и посмотрим, что у нас поменяется. Как сильно скаканет ДПС. Смотрите, опа, и как у него ХП скаканули, вы видели? Это только с трех. Оп, по ударчику. И так, тык-тык. Тык-тык.
Вот, и nice. Все работает, ребятки, все работает отлично. И, конечно же, это реально очень имбалансно. Ну и что ж, касаемо сетки, мы разобрались. Касаемо пуфа, ребятки, давайте разберемся. Образно, у вас есть вот здесь вот, вот такая тема, а именно основной гео. У вас уходит на телепорт сюда, и вы можете просто сделать вот так вот. Переключайте на всех мипарей. И, конечно же, пуфайте сюда. Раз пуф, два пуф, три пуф. То есть, можно сделать так. И у вас, как я уже говорил ранее, когда мы обозревали пуф, то персонаж начинает пуфаться туда, где у вас есть ближний мипа в этом радиусе. В радиусе нажатия вот этого клика, указания, куда надо пуфнуться. Надеюсь, вам будет немного вот это понятно. Ну и следующее можно, конечно же, также отлично также сделать. Опа, вот так вот юзаем тревела, допустим, вниз. И также пуфаем сюда мипарей. И вот этим образом подконтриваем. И все у нас сюда прилетают. Основного выделяем, допустим, и двигаемся. То есть, тем самым вы можете бесконечно двигаться по карте. Пока у вас, конечно же, доступны тревела. И где-то, допустим, стоит мипа или стоит иллюзия. К иллюзиям вы также сможете спокойно прилететь. Так что вот такая, ребятки, тема. Не говоря уже о том, как работает у нас пуф. То есть, вот так вот вы наюзали, да, и в радиусе 375 единиц. То есть, смотрите, 4 гео нанесли руфу. Просто нереальное количество урона. То есть, об этом я уже и говорил. И, конечно же, я говорил о том, что в одном месте пуф нанесет один урон, а в другом другой урон. То есть, будет казаться, как будто, если вы нажимаете под себя, вернее, не будет казаться, это так и есть. Когда вы нажмете образно пуф в радиусе вот здесь вот 375 единиц, то вы нанесете как бы два урона, да? Как я уже говорил ранее, если вы пуфнете сюда, то есть у нас тут один АОЕшка, одна АОЕшка сработает и вторая. То есть, обратите внимание, вы здесь нанесли урон и прилетели сюда, нанесли урон. Конечно же, это очень важная тема. Те, кто не понимает, о чем я говорю, перелистывайте и смотрите, как я объяснял работу пуфа. Так что вот такая вот у нас, ребятки, тема. Абузы тут никакие у нас не работают, я не знаю. То есть, если был бы инвентарь, прикиньте, насколько это было бы люто. Это реально было бы очень жестко. Ну и что ж. Самое нужное, что нам нужно еще, ребятки, знать. Как эта тема у нас, то есть как эти клоны будут взаимодействовать с масс-ультами. То есть образно, если это глобалка Сайленсера, то все замолчат. Если это ультимейт Зевса, то дэмэдж с ультимейта Зевса получит только основной. Да, это прикольно. Что у нас будет касаться спектры, сейчас я вам напомню. Друзья, в отличие от ультимейта Зевса, у спектры будет немного другая работа ультимейта. Давайте заюзаем ульт и посмотрим, как она будет работать. Смотрите, я когда ультую на спектре, рядом с каждым мипарем появляется вот эта спектра. И это реально очень круто. В отличие от ультимейта Зевса, у Зевса немного как-то не проработано. У спектры работает все отлично. И очень интересные механики, я, если честно, помню, вроде как на фишках я это все показывал. Очень интересная механика будет с работой у Дирга. То есть, казалось бы, да, 4-5 мипарей. Так, я сейчас у пятерых силу сворую, но не тут-то было. К сожалению, когда вы закидываете вот так вот дикей, если вы не цепляете основного, то, конечно же, вы берете силу только у одного рандомного мипаря. У одного рандомного. Но, обратите внимание сейчас на всю силу, которая тут есть. 61, 61, 61. И тут у основного тоже 61. Если вы возьмете и украдете силу у основного, то у всех уменьшится этот атрибут. У всех. Абсолютно у всех. Но если вы закинете дикей в толпу, ну, в толпу не основных, а именно клонов, то именно у кого-то рандомно схавается эта сила. То есть вот такая вот тоже фишка. Это очень важно знать, потому что так вы сможете понимать, как законтрить этого героя. Так что вот такая вот у нас тема, ребятки. Такая. Ну, клонов никак нельзя отключить по Сильвер Эйджа. Ну как, вы отключите пассивку, да, по стандарту и все. С остальным вы ничего не сделаете. То есть основной мипа у нас считается основным, а все остальные вспомогательными. Теперь вопрос очень важный. Что будет, если один из мипарей умрет? Конечно же, умрут все. Умрут все. Неважно, кто у нас умирает. Вот этот мипа или вот этот, или основной, умирают все геомансеры. Они, как я уже и говорил, синхронизируются. Не говоря уже о том, что я говорил, да, а именно по способностям они синхронятся. И, конечно же, синхронятся по убийством. Да, то есть, если умирает один мипа, то, соответственно, умирают все. К сожалению, они привязаны. Так что вот такая тема. Ну и что ж, самое интересное, ребятки, что нам нужно знать, это, конечно же, что у нас делает Аганим. И сейчас мы его также будем разбирать. Поехали.
Ну что, самое время приобрести у нас Аганим, давайте его пропишем и посмотрим, что у нас поменяется. Обратите внимание, как только я беру себе Аганим, сразу же добавляется дополнительный мипа. И самое интересное, это то, что смотрите. Смотрите статы основного мипаря, 61, 68 и 58. А клоны у нас теперь более улучшенные. С помощью Аганима вы можете улучшать свои статистики, а именно в 100%, то есть что вы накидываете на основного персонажа, то и, конечно же, будет накидываться на вот этих вот клонов, которые у вас есть. И получается вот такая вот могучая кучка, 5 героев, и также пятый клон, которого мы даже, я его уже потерял, где он тут, пятый клон, который нам дался, также может спокойно накидывать все кнопочки, которые вы уже, как говорится, изучили ранее. Следующее, давайте обратим внимание на то, как будет работать именно покупка артефактов. Артефактов, как она будет действовать на этих клонов. Образно, мы покупаем сюда Ethereal Item, Yethe. Смотрите, как у нас очень сильно бустятся статы. Смотрите, образно, вот здесь у нас плюсовые статы, они ныряют сразу в родные. И смотрите, 94 на 100 урон, и у нас 78 ловкости. И сейчас 118 ловкости и 140 дэмэджа становится. При этом, смотрите, какой у нас жесткий армор. Это реально очень круто. И докупая еще дополнительные какие-то тут артефакты, вы можете спокойно забустить вот так вот. Вот так вот своих мипарей. Получается у нас вот такие вот небольшие статы. 21 армор, 165 урона и 3000 хп у клонов. Ну и основной, конечно же, тоже будет очень жирный. Жалко, к сожалению, что нельзя вообще в целом там еще вкидывать, прикиньте, еще 6 лотов, допустим, вкинуть сюда. И это получится реально очень жесткая тема. Что ж, ну по Аганиму, я думаю, вы поняли. Эффекта, к сожалению, никакого не дает. Просто шарите статистики и получаете бонусного клона. Это реально очень круто. Аганим мипа собирают где-то примерно вторым-третьим слотом после тервелов и даггера, потому что мипы без аганима очень слабенькие, очень слабенькие клоны. И, конечно же, когда вы покупаете аганим, то вы сразу улучшаете себе всех клонов и, соответственно, можете двигаться намного круче. То есть вот так вот, смотрите, типа, ну, с аганимом 1500 хп уже как-то более-менее. То есть образно вот такие артефакты у вас будут на 13-й, ну, какой, на 18-й минуте. И, конечно же, это очень круто. Без аганима будет немного тяжело. Аганим выложить нельзя, потому что аганим у нас дает клона. В случае, если вы выкладываете аганим, то есть в теории, да, в теории, то клон должен пропадать. Но это так не работает. Это можно было бы очень сильно обузить, это было бы не очень. Самое кайфовое, что если алхимия вам запулит, то это реально очень годно. У вас не будет аганим занимать один слот. Так что вот такая приколюха. Ну что ж, касаемо аганима и клонов и в целом по всем способностям, мы пробежались, друзья. Теперь я, наверное, посвящу вас в то, как я бинжу этого персонажа, как я его переключаю и что мы будем в целом делать по игре. Давайте разберем немного эту механику. Поехали. Итак, ребята, как же лучше, конечно же, у нас забиндить этого персонажа и как в целом его контролить? Все мипы стоят в стандарте на F1, F2, F3, то есть, как вы видите по клавиатуре, да, вот здесь вот я вот показываю, вот смотрите, F1, то есть это основной, F2 это второй, F3 это третий, соответственно, по нумерации вот так вот оно у вас будет спускаться вниз. F3 это у вас другой герой, F4 у меня стоит, к сожалению, бин, кстати, можете вот это сделать, можете подписаться, конечно же, и двигаться дальше. Ну и F5 это у нас, конечно же, будет пятый мипарь. Как лучше этих персонажей расконтрить, этих клонов, и как лучше их забиндить? Если честно, для каждого это будет индивидуальная тема. Лично как ставлю я? Я ставлю всех мипарей на единицу, и то есть единица, я постоянно всех их трогаю. И можно расконтривать дополнительно через F1, F2, F3. То есть образно, если у вас второй мипарь просел, мы попробуем отвести его на F2 куда-то в стороночку и попробовать там на шифте образно куда-то оттелепортировать. Образно он у нас лоу-хэповый, и тем самым вы его, конечно же, отправите на базу. И потом можно будет спокойно его подпуфать. А почему я ставлю всех мипарей на единицу, я вам сейчас объясню. То есть образно, когда у вас начинается драка, вы прыгаете, можно будет сделать такую тему, то есть вы нажимаете единицу, у вас уже все мипари готовы, прыгаете образно и вот так вот раскликиваете быстренько, и все, у нас мипари все сюда прилетают, раздамаживают и начинается драка. Как я перекидываю их, я уже показывал на боковую кнопку мыши, то есть вот здесь вот есть боковая кнопка мыши, либо на таб, который находится у нас вот здесь. Мы будем эту тему так и юзать. Так что, в принципе, более я не знаю, я более никак не использую этого героя, то есть у меня, как правило,
все бинды, которые настроены, а именно двойка, это у нас круг силы, он находится у нас вот здесь, это у меня стоит. Тройка, это будет курьер у меня, и, соответственно, единица, это все мипари. То есть, некоторые разбинживают мипарей довольно-таки интересно. То есть, образно, основного берут с каким-нибудь еще подопытным, и вот этих тоже в двойку. Образно, они идут здесь фармить, а эти фарманут у нас вот здесь. И, соответственно, выфармливать очень быстро можно карту, вот так вот. И очень быстро перемещаться образно. Потом мы телепортнули сюда основного. Выделяем вот этих тоже. Их сюда тоже подтелепортируем. И уже переносимся в другую точку. И начинаем в другой точке фармить. То есть образно это будет вот выглядеть вот так. У меня, к сожалению, пух не докачан. Но это не мешает нам, конечно же, туда портануться. И образно здесь и фармить. То есть эта тема у нас работает вот так. То есть как хотите, так и настраивайте. Главное, не забывайте, что это все выделяется через Ctrl. Зажимаете вот эту клавишу Ctrl. Допустим, Ctrl единица. Это у нас будут все мипари. И, соответственно, можете как хотите. Можете по группам. Можете вот этих два мипаря в Ctrl 2 выделить. Там отправить их туда, там пофармить. И потом, если что, к ним прилететь. Также вот так берете этих, выделяете образно через единицу. Либо таргет. Ну и, конечно, всех сюда телепортируете. В общем, как хотите, так и делайте, друзья. Ну что ж, вот такая вот у нас получилась теория. Обязательно пишите, что вам непонятно, я постараюсь ответить в комментариях. И если есть опытные задроты на мипа, конечно же, пишите в комментариях, что я еще мог упустить. А ведь я мог что-то упустить, к сожалению, мог упустить, потому что информации очень много. И пытаюсь ничего не упустить, но все равно что-то теряю. Так что, ребятки, не стесняйтесь, комментируйте. Ну и что я вам приготовил? Конечно же, очень интересную практику. Ребятки, на практике мы сейчас соберем дефолтного мипа. Это у нас будут несколько каток, первая, вторая. И третья, четвертая у нас будут немного другие мипы. Да, тут именно 4 катки будет, потому что не получалось у меня играть долгие катки на мипа. К сожалению, я настолько жесткий на мипа, что выигрываю все катки за 25 минут. На самом деле, если научитесь хотя бы таким моментам, которые делаю я, вы сможете с легкостью выигрывать каждую игру. Потому что герой реально очень сильный. И это я, конечно же, покажу сейчас на деле. Что ж, друзья, присаживаемся поудобнее и поехали смотреть интересную практику. Так, ну что, друзья, загружается у нас каточка первая. И сейчас мы, конечно же, постараемся сыграть в стандарте, как я лично вижу этого героя, как я играю в стандарты. И, если честно, не очень я люблю мипов, все вы знаете, по понятным причинам. Это, конечно же, такое дело. В общем, смотрите, что нам нужно сейчас будет сделать. Сейчас просто по стандарту постараемся отыграть, как можем. Это герой довольно-таки тяжеленький для меня лично. Лично для меня это тяжеленький герой. Почему? Потому что при малейшем контрпике я укакиваюсь на этом герое. Вообще, максимально люто, максимально тяжело на нем контрить. И как я стараюсь его расконтривать? На единицу у меня стоят все мипы, как я уже говорил. И двойка-тройка, это у нас круги силы и прочая всякая тема, ребятки. Так что, как-то вот так вот. По-другому никак, к сожалению, биндов у меня нету. Но на F1, F2, F3 также можно аккуратненько расконтривать его. И, в принципе, у вас должно что-то получиться. Но у меня не получается. Ну ладно, сейчас посмотрим, как у нас все пойдет. Надеюсь, катка будет интересная, веселая и, в принципе... Погнали. По контрпику что мы имеем? Ребятки, так как этот персонаж боится у нас... такого, знаете, контроля, как таргетного контроля, именно вот в цель, тупо вот Лина, там, Леон, да, таргетно, чтобы одного зафокусить, так и массух, таких как Лич, там, Магнус, может быть, Виномансер, но от этого всего есть, как бы, определенные фишки, вы можете оставлять образно одного мипа на базе и постоянно их вот так вот свапать, это довольно-таки тяжело, но у меня иногда получается, иногда нет, в целом, сейчас посмотрим, что у нас получается, ребятки, и погнали, берем мипа, let's go, первую катку сейчас затушим, и посмотрим, что у нас произойдет. Будет, наверное, весело. Я не знаю. Но посмотрим. В целом, там пик, в принципе. Вот тут туча очень сильно будет меня напрягать. Ну, тут все ватники, по сути, кроме вот этого пацана. Что-то я смотрю, там парень, короче, что-то жесткий вот этот на бруде, да? Чего там? Жесткий какой-то, слишком много говорит. Давайте, наверное, кра-зу-хор-се-р-ха. Вот сразу забаним его, да? Чтобы человек больше никогда с нами не попадался. Очень много что-то он пишет. И пишет довольно-таки плохое. Что-то там сосалкин, чмогалимый. Забавный парень. Ладно, бан просто закинули. И если что, ребятки, забываем. Так, ну что, Go1x1 пишет, там кентавра взяли. Хорошо. Давайте постараемся сейчас спушить всю эту контору и кайфануть. Смотрите, ребят,
Первое, что нам нужно сделать, конечно же, лично я, как играю на мипо, я не скажу, что я прям овер-рукастый, но попробуем как-то это сделать. Смотрите, первое, что мы делаем, это, конечно же, берем сапог, хилочку, ману и идем на центральный проход. Наш персонаж это всегда центр, ну, в большинстве случаев центр, я не знаю, я не настолько опытный на этом персонаже. Я как бы, ну, что-то понимаю, как бы, знаете, там по теории, что можно сделать, что нельзя. А самое главное, играем без мипаки. И как бы, я считаю, что что-то у меня может, в принципе, чуть-чуть получиться иногда. Там по контрпику, в принципе, ну, только бара будет вначале, да, настигать. И одного мипа маленького будет у нас задушивать. Но в целом посмотрим, как все будет. Не суть. О, чел на Магнусе мид пойдет, что ли? Я изначально написал, что мид. А если что, сейчас разберемся. Чуть постоим, третий левел апнем, будем как-то двигаться. Будем кайфовать, пацаны. Так что пока стоим, погнали на руну. На руну. Жесть, какой чат, давайте ИА поставим, просто что-то непонятное, какой-то спам идет, вообще там миллион сообщений, как будто люди, знаете, заходят, чтобы друг друга обосрать. Но не суть. О, привет, привет. Опа, животнич. Вот это весело, веселое начало, бруду увидел, убежал. Хорошо. Сейчас будем тут напрягать кнопки. Вот так вот делаю. Бруда, го драться. Он там чатится, наверное, да? Чатится. Так, ну руну вряд ли заберу. Хотя у меня самая быстрая рука на Диком Западе. Хорош. Я. Ну я тут если даже раскастую, мне кажется, не успею. Нет, ладно, хорошо. Но попытка не пытка, между прочим. О-о-о, что там? А нет, на топе забрали, да? Так, и Зевс на минду. Стики я не думаю, что буду брать. Посмотрим, третий левел возьмем, Зевса задушим, ребятки. Пока надо просто стоять, желательно крипиться, и на третьем левеле будем пытаться подстакивать. Если будет овер тяжело, возьмем стики, будем по стандарту играть. Бара еще, кстати, будет моросить у нас тут же есть. Давайте вартик сразу днем. Вначале с ласт-хитом у мипа вообще тотальные кардинальные проблемы, потому что дэмэджа у него просто нет. Дэмэдж на уровне минера. Добивать довольно-таки сложно. Иногда берут топорик, чтобы добивать. В next катке, кстати, сыграем через топорик. Попробуем. Через топорик сыграем. Давайте подзахилимся, чтобы можно было сейчас с третьим левелом поднагнуть его. Опа, хорошо. Хорошо, сразу раскастовочку делаем. Опа, и сразу это наш крипчик. Хорошо. Первый раз задушили. Руну на второй минуте пойдем одним мипом прочекивать. Все, я выделил их в Ctrl-1 и по кайфу резко мы так... Убили Зевса вообще на характере, можно сказать даже. Маны у нас на основном мипа нету, это довольно-таки плохо. Ничего страшного. Хорошо. Два крипчика добили. Вначале я иногда раскликиваю их на F1, F2. Так довольно-таки, ну, простенько, в принципе, через 1, F2. А потом уже немного тяжелее приходится именно таргетно раскидывать. Так, давайте сходим вот сюда. На F2 берем второго. Хорошо. На E2 берем второго. Оп, добил даже. Добил, добил. Сейчас тут добиваем. Хорошо. Invisibility. О, можно на топ сходить, там SF-чик. Хорошо, берем пуф. И идем на топ. SF-а постараемся забрать. Я тут немножко под АФК-шил. Хорошо. Собираем. Жесть, у меня хп немного. На F1. Хорошо. Пойдет. Опа, и забрали. Хорошо, этого можно на базу. Этим немного поэкспимся. Ману как раз наберем. Хорошо, забрали. Этот у нас на базу идет. Хорошо. Кстати, можно сейчас до базы не идти и попробовать еще подстакать. Давайте здесь подстакаем сразу. Чтобы до базы порожником не идти. До базы порожником не идти. Оп, хорошо, подстакали. И этого мы заберем сейчас. Как раз экспа идет, все у нас отлично. Оп, хорош, еще забираем фарм. Ух, там Магнус задувает. Первое, что сделаем, это, скорее всего, тревела, чтобы помогать команде. Хорошо. Еще пупчик берем. Хорошо, можно будет улетать сейчас. Парень у нас тут кайфует на мипа. Ай, давайте, полетели. Так, нет, вот так вот сделаем. Все, let's go. Жалко, что я ничего не забрал, было бы очень круто. Так, хорошо. Выделяем и погнали в центр.
Погнали в центр. Хорошо. Второго присылаем. Опа, можно забрать, кстати. Что-то Зевс потерялся. Хорош. Забираем. Этого отводим, если что. Надеюсь, бара не задушит. Хорошо. Это у нас и вдвоечный. Окей. Если что, аккуратно под бару нужно будет подзапотеть. Сейчас возьмем пассивку на раз. Нормально, уходим. Пассивку на раз возьмем, чтобы можно было чуть-чуть подзамедлять. Ну, Зевс, кстати, больно пробивает. Но Мипа, кстати, считается самым, самым высокорезистерным персонажем в начальной стадии. 30%. Ну, я это на теории упоминал, в принципе, это достаточно понимания. Хорошо. Раз. Два. Немного не успеваю по рунам отрабатывать. Хорош, кусь, сюда. Тревела возьмем сейчас на базу. Слетаем. Давайте тогда уже стакнем и погнали. Хорошо. Стакнем еще разочек. И полетели. Отлично, все пишется, все по кайфу. Гайдик работает. Так, стакаем. Берем тревела. И улетаем. Хорошо. Этим можно пока вот так вот сделать. Чтобы не терять особо. Золото, экспу. Хорошо. Оп, хорош. Вот это мой микроконтроль. Это мой микроконтроль. Так, ну желательно на базу улететь и этого забрать с собой. Сделаем вот так таргетно. Хорош. Сейчас выложим тревела на базе и погнали. Блин, это мой микроконтроль вел. Первая ошибка на микроконтроле. Выложим тревел. Хорошо, и поднимаем. Регенимся и погнали. Так, возьмем вот так вот. Хорошо, и пойдем сейчас ребятам помогать. У меня тревела уже почти откадешились, это хорошо. Возьмем смокеичи. И погнали. Можно нажать просто на пуфе вот так вот сейчас, как я нажму. Хорош. Душим, пацана. Могу сейчас отлететь, да? Хорош. Печалька. Полетели на базу опять. Что-то я тушу этого Зевса. Не знаю. Тушу этого Зевса, но едва сам ухожу. Возьмем сетку в раз и начнем раскачивать другие способности. Жесть. Ну, бара, кстати, не успевает за мной. Возможно, кстати, на пауков можно будет набежать по кайфу. Я не фармлю, это плохо. Единственный момент. Хорош. Тпшимся. Зажимаем пуп. И лост хитим. Крипов мало, кстати. 18, да, 16 всего. Мало, мало, ребят. Так, ну, кентавра надо будет немного на расстоянии подзасолить. Хорош. Пуфаем. Отлично. Next там можно дагер, можно аганим. Побыстрее бы третьего мипа открыть, чтобы можно было овнить прям хорошо. Давайте вниз бегаем руну, посмотрим, а сами пойдем на кемпы. У нас сейчас очень сильно раскачан пуф, поэтому можно подработать по кемпам. О, монетка, хорошо. Хорошо, почему я иду на стаки вторым мипа, а первым мипа я иду на руны? Потому что другие мипа руны брать не могут. В этом весь секрет. Хорошо. Пойдет. Я на мышку переключаю на боковую кнопку мипарей. Это мне очень хорошо помогает, так сказать, не сливаться. Давайте еще подстакаем. Я там смотрю, в миду два героя. Сделаем мы, наверное, тревел. Ой, тревел, дагер. С дагером будет по кайфу. Сейчас тут стакнем и погнали. Так, это F2, это F1. Хорошо. Хорошо, отводим. И зафармливаем это и берем дагер. Хорошо. Что там, драка, да? Но я иду, брат, иду, иду. Иду. Хорош. Поймал. И пуфаемся. Отлично. И почти до герочек есть. Давайте на базу слетаем. На базу слетаем. Жалко, что нету маны. А мы сейчас немножко схитрим. Этого, наверное, пришлем. Который у нас будет фуловый. Этого заберем. Хорошо. Отлично.
Так, у нас тут вот такой вот мипа есть. Главное крипчика добить. Так, вард у меня сняли, да? Переагрим. Оп, Рики пришел. Так, мой мипа пошел пока домой. Основной идет домой. Если я дофармлю 150 золота, будет офигенски. 150 золота. Ой, огр там заходил. Я, если честно, подумал, то огр в ВС нас. Жесть. Это называется устал, да? Давайте пуфнем. Хорош, одного крипа еще надо. Оп, хорош. О, не потащил его. Печалька. Не потащил. Так, 50 золота, где бы достать? 50 золота, чтобы я уже не тпшился туда-сюда. Сейчас вот тут 50 золота заберем. Тактично, тактично заберем. Вот так вот. Да, подмаза руинила. Ладно, в боковую вынырнем, да? Го. Хорош. Пойдет. И заберем. Хорош. И вот этого туда же. О, крыса Мару пришел. Хорош. Пойдет. Опа, третий мипа есть. Хорошо. Основного отправим туда. Что за пауза? Что за пауза? Основного туда. Общий контроль выделяем. Пойдем за даггером. А этими пойдем прогуливаемся. Что у нас, бруда тоже там тушит, да? Хорошо. Ну, у меня 10 левел. Сейчас пойдем еще на стаки. Может, кого-нибудь еще встретим. О, Зевса, например. Зевса, например. Хорош. Вот так меняем. И сейчас будем душить. Опа, вот этого отводим, этого тоже отводим, обсираемся. Жесть. Ну, если честно, я не видел изначально. Но это мой микроконтроль, ребят. Это тут ничего не сказать. Мой мипа самый жесткий. СФ еще с хостой, прикиньте, как я облажался. А так Зевса бы забрал. Ладно, пойдет. Погнали на кемпы. Берем Аганим и двигаемся дальше. Так не делайте, пацаны. Без вижена. Ну, у нас тут катка такая, знаете, 1К АПТБ. Так что вижен будет только если я поставлю. Ничего страшного. Мирана куру дала. Можно свою куру будет взять потом. Бурда 9 левел. Если честно, вот сколько видел мипарей, 25 минута, 25 левел. Как они так играют, я не понимаю. Вот как я умею, так я умею. Вот как могу, так могу, ребятки. К сожалению, жестче не получается. Так, гоу, пару задушим. О, прикинь, сбил, да? Сбил. Хорош. Оп, забрали. Мне этим ультом Зевс сбил телепорт, даггер. Так, берем пассивочку. Будем пассивку раскручивать. Хорошо, и душим. Так, основного у нас не сильно много хп имеет. Давайте этого туда отведем на стаки. Чтобы можно было сразу стаки подфармить еще. Хорошо. Так, ну-ка, стак. Оба, хорош. Успеваем, интересно, подстакать еще. Да, не успел я подстакать. Кентавр будет клепать, да? Хорош. Если честно, вот мне проще как-то мипа вот пуфаться через мышку. И не паришься просто, и все. Просто не паришься. Давайте основного на базу. Этих сейчас посвапаем, если что, 60 маны наберется. Хорошо, посвапаем. Чуть и полаганима у нас, в принципе, есть уже. Хорошо. Полаганима у нас уже есть. Давайте этого сюда. Сейчас этого туда же. Пойдет. Все, вот так посвапаем сейчас. Посвапаем. Этого сюда. Опа, опять даггер Зевс сбил. Ты, блин. Эх, смотри какой. Так, этого я отрегенил уже, да? Хорошо. 5 героев в миду. Я тут не справлюсь. Мой микроконтроль не такой лютый. Так, коин-бустер. Хорошо. Там очень много магии. Вообще, вот если честно, даже помню в старые времена, когда не умели на этом герое играть, собирали, знаете что? Собирали пайп. И кайфовали. Собирали пайп. Че, попробуем?
Оп, хорош. Попробуем, ворвались, задушили. Ворвались, задушили. Хорошо. Так, знаете, что сделаем? Этого на базу. Этих туда. Этого сюда. Хорошо. Пойдет. Давайте основного еще сюда тэпнем. Этого сюда. Пойдет. Сейчас всех подрестарим немножко. И пойдет. Хорошо. Там кто убивает? Зевс душит, прикиньте. Зевс тушит просто там. Зевс тушит. Хорошо, давайте под сплитпушем. Так, братец, ты там чё? Завис? Погнали. О, животнич бежит. Хорошо, задушим. Отлично. Так, F3 у нас немножко просаженный. О, найс. Зевса сейчас задушим, скорее всего, да? Погнали. Зевс еще не знает, какие у него сейчас будут проблемы. Нет, стоп. Хорош. Я не успею, серьезно. Эх, жалко. Что-то у Зевса какая-то жесткая аура. Но я сейчас сам виноват, что сдох опять-таки. Не могу расконтрить нормально. Не знаю, почему так плохо расконтриваю, но бывает. Тут никак не сделать. Никак не сделать, пацаны. Ну не получается. Не получается. Сильный такой получается. Зевс там очень мощный. Какой у меня левел? 13, да? Бурда, 10 левел. 13. Хорош. И души. Души подзадушили немножко. Надо сплитпушить по чуть. По чуть сплитпушим, и все получится. И, кстати, нужно открыть срочно. Вот так бежит бара. Нужно открыть срочно еще мипарей и сделать аганим. Сейчас все будет. По кайфам. Бара отменил чардж, да? Ага, вон идут. Вот. Идут. Так, вот так делай, да? Вот так сделаем. Хорошо. Сейчас все нападут на нее, мы поможем. Падут. Хорош. Отлично. Оу, ничего себе, Рики тут. Хорош. Эй, улетай давай. Жесть. Я ору с этого мипа, как я на нем тушу. Как я на нем тушу. Хорош, гоу сюда. Хорошо. Я сейчас уже открою аганим. Для себя открываем аганим. Будет пушечка. Можно вообще леса пылесосить. Сейчас заберем аганим и, скорее всего, пойдем Рошана. Пойдем Рошана. Хорошо. У нас Магнус еще леса колотит. В принципе, пока все. Пока что все огонь. Пока что все огонь. Хорошо. Сейчас будет, как будто мипаки, они все так пухнутся. Тык-тык-тык-тык. То есть. Красота. Так, это есть. Вот этого на базу отправим. Хорошо. Хорошо. Пойдет го основного отправим. О, как раз надо. Надо. Пойдем туда. Я иногда делаю Володьку ему. С Володькой идешь Рошана. Кайфуешь. Хорош. Эзериал надо сейчас сделать. От Рикимару надо будет под сейф какой-то. От Рикимару под сейф будет хорошо. Так, гоу ТП.
Гоу ТП. Хорошо, всех сюда ТПшим. Отлично. Сделали бабушки, поможи. Бабушки, поможи, сделали. Можно фармить и основным ходить в ганге. То есть этими вспомогательными... О, доигрался, Боротрум. Этими вспомогательными вы фармите, а основным вы ищете цель, чтобы ворваться. Быстренько наклацываете и задушиваете. Вон, кто там пришел? Кентавр. Кентавра можно прыгнуть сейчас. Кентавра можно прыгнуть. Ну, немножко не успели мы. А низ сейчас сломаем. Бруда доламывает. Хорош. Говномит. Хорош. И подфармливаем. Сейчас, наверное, Володьку и Врашану сделаем заход. Вот этих сюда на эншентов отправим. Сами сюда пройдемся. Животнич наигрался. Ну, правильно, его никто не поддерживает. Он такой, да ну вас, типа, и все. И ливает. У него все нормально. Володьку сделаем, давайте и Рошана заберем. Хорошо. Володьку и Рошана. О, еще есть. Хорошо. Так, Голотова на базу. Хорошо. Так, этого тут. Этого здесь оставим, этих сюда. Сейчас их всех отрегеним. Берем Володьку. И погнали. Хорошо. И куда пошел? Стоям бы. И тут аккуратненько сейчас отводим, забираем всей толпой. Регеним. Но желательно без вардов. Не заходить сюда, ребят. Рикимару сейчас придет под затушит. Так, можно отойти немножко. Просто меняем поочередно их. Они так от Володьки немножко отвампирятся. Хорошо. Слабенько в сторону, сразу баш. Нормально. Так, гоу на базу, вернем его. И сами на базу слетаем. Хорошо. Пойдет. Отлично. Берем пачку вардиков и погнали сюда. Хорошо. Все, и можно как машина тусовать. Дальше Эзериал и погнала. ЛТшку. Пока пройдемся завардим основным. Основным завардим. А этими аккуратненько подпушивать. Так, ну левел у меня в принципе 18, да? Это мало все равно, ребят, мало. Мало. Сейчас тут запухаем. Хорошо. Давайте сюда в кемпы, а этим основным сюда. Сейчас на меду вардик поставим, наверное. Вот сюда. Зевс чуть-чуть, да? Кого Зевса? Попробуем забрать. Да я думаю, получится. Они настолько там жесткие. Ага, тут крипов нет. О, там еще и Рики. Гоу, магазин как раз идет. Хорошо. И Рикимару где-то тут еще. Сейчас и его примем. Ух ты, блин. Ну, эту драку я принимаю. Всех хупаем сюда. Хорошо. Ну, это лютый микроконтроль от меня. И, конечно же, на вставочку. О, так можно еще на вставочку сделать, да? Так, этого на базу. О, микроконтроль. Я микроконтроль. Вот это веселый гайд. Это веселый гайд. Так, ну на базе я сдохну, естественно. Можно было забрать там, можно было сделать красивый момент. Но это мой микроконтроль. Я микроконтроль, это на вставочку. Жесть. Хорошо. Сеткой не попалось, если бы нормально расконтрил там. Не знаю, ну это мой микроконтроль. Я аж покраснел. Я аж покраснел. Что за пауза? Дядя. И паузе. Ну давайте подождем. Вот интересно, зачем же пауза ставит? Я даже игнорал уберу. Игнорал.
Блин, забавная, первая катка и такая забавная. А, вот и Кик там пишет. Хорошо, я понял. А Говард сюда поставим. Там вот и Кик пишет. Эзериал надо, пацан. Эзериал надо. Так, хорошо, улетаем сюда. Можно вообще сплитпушить люто на этом героя. Но надо такой микроконтроль иметь, чтобы прям вообще пушка. Зевс тушит свои молнии, блин, по основному. Так, гоу сюда. Это ломай. Хорошо. О, какие у меня мипари лютые уже. Кто там тушит? О, Рикимару. Я топ ломать буду. Ломаем топ. Хорош. Так, 24-я минута, у меня 21-й левел. Ну, недобор, недобор, ребят. Ну, что поделать? Недобор. Ломаем. А вот это ты можешь сломать. Это тебе особая задача. А что, я фритоп ломаю? Хорошо. Хорошо. Оп, души. Сеточку кидай. Пацана, душай. Сейчас СФ тут будет кастовать, наверное. Хорош, ну это просто на вставочку. Дополнительная на вставочку. Хорошо. Пока что это дополнительная на вставочку. Этого тоже на базу. Забавно получилось. СФ с молчиком. Опа, реки. Где Рикимару? Покажите мне его. Хорошо, можно в вечной сетке пацана держать, он в шоке будет. Забавно. Ну не знаю, для первой катки в принципе пойдет. Как говорится, играйте на мипа, контрите свой микроскилл. За 25 минут заканчиваете катки. Так, был закуп. Еще один изорел. Хорошо. Так, это огурчик, это наш. Опа, ча. Так, ну не-не-не, затушить надо. Держимся. Держимся. А, промахов просто нереальное количество. Ну пойдет. Жесть. Так, Эзериалы есть. 90 секунд меня в таверну отправили. Ребят, ну такая первая катка. Не знаю, эти Эзериалы еще затушили с этими Эзериалами. Эзериала, кстати, сейчас люто не хватило. 26 минут. Просто задушил пацанов. Вот это я сильный. Играй раками, да? Эта игра называется. Играй раками. У СФа, кстати, много. Смотрите, какие слоты. Очень жесткий СФ попался. Но не успеваю, да, бубаскнуться. Там что там, Актарины, там и там Эзериалы летят. Давайте, надо же хотя бы Эзериалы на картиночку-то, ё-моё. Всю силу мипа я не показал в этой катке, конечно. Но на Next по-любому покажу. На Next покажу. Next пойдем тоже, в принципе, дефолтную каточку. А чё нет, а если да. Хорошо, байбекаемся и сюда. И забираем всю тему. Ох, вот такие у нас по 200 урона мипы. Жесть. Ну, гоу сюда, ТП. Хорошо, я уже здесь, чуваки. Я уже здесь. Ух, как же они хреначат этими пари. Ух, жесть. Вот такая у нас первая каточка на мипа, ребятки. Микроконтроль, конечно, это не мое, но... В принципе, прикольно получилось. Первую катку сыграли в стандарте через Ethereal. Next, пойдем, в принципе... Не знаю, может тоже какую-нибудь каточку интересную. Может что-нибудь на вставочку будет красивая. В общем, мучить я сильно вас не буду этим героем. Но каточки интересные еще подставим. Поехали, Next. Так, ну что, ребята, Next у нас уже загружается. Сейчас мы также пойдем на центральную и попробуем показать более лучший результат, чем был у нас в первой катке. А что собирать будем, сейчас посмотрим. Самая главная задача, это, конечно же, подстаки, хороший выфарм и желательно, какой там был, 25-я минута у меня, какой левел был, я не помню. Что-то 22-й, что ли, да? И пытаться как-то так играть. Ну, там видите, какая катка получилась. Получилась изи-катка. Изи-катка вот такая вот она бывает. Так, скелетонов там берут найксов еще. Очень не люблю, когда берут контрпики под моего героя. Огр, в принципе, не страшно. Скелетон тоже. Ну,
нужно будет драться. Мипа, как правило, вот такой герой, который перефармливает очень быстро. Но я не умею, честно, перефармливать, поэтому, ну, как-то будем стараться. Как-то будем стараться. Говорила мне мама в детстве, играй чаще на мипа, а я такой, ну не знаю, ну не умею, а оказывается, надо было почуть. Очень хочется еще, знаете, что попробовать? Попробовать сыграть мипой в именно в такое, знаете, в интересную игру. Так, я возьму топорик и вот так вот, вот такую штучку, хорошо. Через топорик сейчас сыграем, чтобы лучше подфармливать центральный коридор. Смотрите. О, взяли Тиника, это страшно. Тини очень жестко контрит. Прям он может, знаете, вот просто вот у него сплэш еще дубинка в лейт-гейме. Просто тыщ-тыщ-тыщ, просто нету мипарей. Это забавно. Постараемся выиграть этого Тиника. Постараемся. У нас ребята тоже не слабенькие, поэтому давайте затушим. О чем я разговаривал? Я что-то говорил... А, вот, хочется сыграть на мипа, знаете, еще в каком билде? Чтобы там был, там, Мека, знаете, там, Грифс, да, допустим... Потом худ там вот в пайп преобразованный, да, там и Володька, что-нибудь такое на аурах. И попробовать тупо такой, знаете, машиной быть, да, которая душит. Реально будет интересно. Ну, посмотрим в целом, как она будет. Давайте возьмем сразу куру. Я так смотрю, ребята не хотят брать. Так, у меня сапога изначально нету, это очень плохо, что его нету. И, ну, постараемся топориком подфармливать. Что поделать, ребят? Что поделать? Давайте возьмем вот эту штуку. Давайте пуджа бить, парни. Пуджабить, я сетку качну. Надо пытаться за вас хитить, и не получится. Оп-оп-оп-оп-оп, попробуем проблоковать. У бары сейчас будет чаржик. И... ну, сеточка КД, сеточка еще КД. 2,9 секунды. Оп, прыжочек. Эй, сюда. Вот это я понимаю, вторая катка на жестком таком... гони. Эх, только я руну не забрал. Жалко, 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 конечно, без руны. Печалька. Так, ну первое, что нужно будет сделать, это, конечно, сапожок, ББ. Нету мана, друг. У бара, короче, суицид пошел. Суицид. Подблочиваем крипчиков. Пуч на мину. Хорошо, с пуджом будет интересно постоять. Аккуратнее постараемся сейчас подфармливать. Так, не видит, не видит. Придется отдать, да? Да, отдаем крайнюю ману, чтобы засейвить тиммейта. Засейвить тиммейта, отдаем крайнюю ману. Ух там. Уж серьезный. Так, ну добивать с топориком куда легче на самом-то деле. Вот, ну рили. С топориком уже более-менее ласт хит получше чуть. Чуть получше. Эх, не добиваю. Чуть получше ласт хит и такой. Крипа не добиваю демонстративно. Демонстративно. Так, это... ага, цирклетка важнее, брат. Ну, это я понимаю, безусловно. Цирклет... На боковом лайне цирклет 100% важнее. И это безусловно. Поэтому я люблю брать соло куру. Это последнее время, кстати, на стримах я прикайфовал брать просто соло куру. И играть соло курьером. Никто не реюзает. Нет никаких проблем, знаете. Вообще такой кайф. Кайф. Так, ну у меня только вот так будет. Хорошо. Хорошо. Вот этим аккуратненько мипа побегаем. Хорош. Ой, бара как подзабил, да? Подсобил. Хорошо. Так, нужно вот так вот, да? И ТПшечку. Хорошо. Так, а можно пойти стакнуть? Но я не успею, без сапога хрен постакаешь. Отведем мы настоящего мипа, не клона. Чтобы он подстакал и ушел на руну у нас. Чтобы можно было руну, если что, подобрать. Уж серьезный, блин. Так, давай. Так, сделаю. Оп, ману закидываю. Хорошо. Сейчас отойдем. Куджа боюсь. Ага, инвиз. Неплохо. Инвиз это неплохо. Лопатку берем. Бери лопатку. Хорош. Раскликиваем на F1, F2. Го, мипа, гоу. Почему бы и нет? Хорошо, с барой вообще, конечно. По кайфам. Только сетку кидать успевай. Блин, вот мне бара, конечно, тут солид. Солид баратрум, конечно. Давайте подстакаем. Солид, конечно, баратрум. Тут вряд ли успею, да?
Хорошо. Через F1, F2 перекликиваем героя. Хорошо. Ух ты какой. На пудже. Хитрый, хитрый. Хотел хуком попасть. Так, берем пуфы. Замедло очень хорошо в миду поможет. Тоже и... Ну, пуфы, в смысле, я взял пуф. И потом взял еще замедло. У нас получилась раскачка. 1, 2, 3. Так, ну-ка, вот я тебе тычку дам, дядя. Ты сильно только не злись. Пыщ, говорит. У меня один мипа без маны. Не знаю, мне кажется, плохая затея будет. Ну, я не знаю, типа, тут такое. Хорош. Так сказать, на издержках профессии уже. Надо на базу чесать. Так, не бей, не бей, не бей. Все, на базу. Я Б. Пипи-пи-пи-ти. Братан. Я Б. Жесть, сидит просто. Прикиньте, маленький школьничек сидит просто и троллирует эту всю контору. Да я не фармлю, блин. Помоги. О, жесть, там помогать даже не надо. Овнедж. Нифига себе, вот эта вторая катка, посмотрите, пацаны. Она с потенциалом на интересную игру. Между прочим. Между прочим. Можно было, кстати, вот этого мипа оставить, пофармить и прилететь на телепорт. Не знаю, что такое. Вот так сделаем. Хорош. О, другое дело. Вардик. Лучше же боится выходить. Мипа фидят. Если бы они знали, насколько криворукие миповые с них играют, они бы, наверное, уже бы, не знаю, со стыда померли. Со смеху даже. Хорош. Также, наверное, через тревела начнем. Наш билд нереальный. Нереальный билд с тревелов начнем. Хорош. Так, ну-ка. Тревел есть. О, Бара решил помочь. Найс, помощь. Помощь. Поможи, бабушка. Спасибо, дядя. Короче, Бара решил все со мной делать. И грипов мочить. И стаки фармить. Мипо, го! О, вот так сделаем. Ага. Сделали. Проверяй. Вот так сделаем, говорит. Так, Пудги там стоит, он готовится хукать. Я бы орнул, если бы он сейчас попал. Давайте вот так сделаем. Ух ты, Бара, куда побежал? Братулец. Ладно. А, найс, тревела на базе не дропнул, вот получай. Я сейчас могу за это сдохнуть. Вот зачем я сейвлю его, да? Просто знаете, что сейчас будет? Эй, тирак, зачем, да, вот это будет? Нет, оро, пис. Вот если честно, вот я вот сейчас сдох тупо из-за того, что Бара вот, ну, полез, да, и типа, если не поможешь, лохом будешь, вот, ну, реально, вот. Как бы, знаете, вот это вот деранговская тема. Кстати, сейчас новый сезон, и поэтому приходится писать на деранге. Вот такая тема. И из-за этого, как бы, тут проблема в том, что если не помог, он потом обидится, пойдет фидить еще и тому подобное. Вот такое дело. Такое дело. Так что такой смысл? Хорошо, ну Бара сейчас настигнет. Бара настигнет. Бара настигнет, как говорится. И СС сейчас будет там, да, наверное? Так, ну давайте ганганем, наверное. Смотри, какие хп там сладенькие. Мослер супер ХТ. Залагал что-то Рудги, да? Случайно. 0-4 парень в меду и залагал немножко. Главное, чтобы елка горела, пацаны. Все остальное пофиг. Гонис. Сейчас мипарем. Пуфанусь как. Сейчас, короче, загангаем. Дайгер сразу, инстаки даже можно не фармить. Ок, ок. Забавный баратрум, не знаю.
Давно я с такими тиммейтом не попадал, чтобы они так это прям... Импульсивная такая у него игра. Он такой, ок, ахахаха, там, знаете, вот чисто на ржомби чувачок. Ну, и сейчас такой себе, если ливнет, интересно будет. Ладно, каток все равно на мипа очень много будет. Я думаю, катки 4 в гайде будет. Постараемся разные билды, где-то, может, что-то скадить, день какой-нибудь соберем. Что-нибудь интересное, просто хочется что-нибудь интересного. Ладно, кикаем. Что поделать? Что, МХ, что ли? С МХ, пацаны, да? С МХ, пацаны, походу. Варда точно нет. По на базу. А что это такое за угол? Типа я не могу тпхнуться. Ой, рак. Давайте возьмем вот так базилку. И погнали фармить мид. Фармить мид. Можно в пуш прям заделаться. Чтобы прям пушить тупо. Давайте, да, попушим немножко. Будем пуфать и пушить. А чё нет? Их 4. Быстренько сломаем и пойдем next того парня. А чё нет? Вот так делаю, да? Хорош. И пушим. Базилка есть, работаем. И все. Быстренько сломаем. Покажем фастовую катку на мипа. Как могу, попробую сломать быстренько. Сейчас тавер там, тавер тут. И до свидания. Ребята там тушат. Сейчас дагер появится. Будем тоже тушить. Хорош. О, найс. Опа, на Екса души. Опа. Пухчик. Не могу. Не достаю. Герой не достает. Надо было прокачать, попытаться. Ой, Тракса там продолжила. Дядя, сейчас умрешь. Тракса, брат, ты погиб. С какой тени маны? 80 маны. Так надо было идти, что я туплю. Надо было идти. Надо было идти. Отвлекся, говорит. Ничего страшного, дядя. Давайте попушим чуть-чуть. Хорошо. Сейчас тэшку заковыряем и на базу пойдем. Чисто работаем по пушу. Герой пушер у нас сейчас. Паки. А вот это опасный пацан. Так, это у нас двоечный. Хорошо. И вот так сделаем. Тини, не надо, дядь. Успеваю? Эй, Криса. Ну, если бы, кстати, не Найкс, я бы, скорее всего, сейчас ушел. Да, фижу, конечно, много в этой катке, больше, чем в прошлом. Но тэшку я забрал. На пуш играем. Надо было на мид уходить уже. Ну, я, видите, жадность тэшку добить, чтобы уже не париться. Вот и все. И вот укакались. Даггер нужен, срочно. Срочно даггер нужен. Я просто для тини буду куском фарма. Куском фарма буду. Погнали на топ. Блин, надо вообще стаки пойти забрать, которые хотя бы что-то мне дадут, дагер какой-то, и с дагером быстренько задушить это все. Или ТП к войду. О, ТП к войду. О, жесть. ТП к войду и фарм дальше. В этой катке у нас нету гангов, есть фарм и пуш. Ух ты, ты что там душишь? Нифига себе вы даете. Дайте экспы хотя бы понюхать. Эй, тэшку забрали, да? Вот сюда. Хорошо. Два левела уже там накопилось. Еще третий мипа. Опа, сеточку. Хорошо. Погнали лесочек. Дагерочек. Хорошо. Все, и погнали. Фармируем, парни, фармируем. Хорошо. Ребята в меду, да, тушат. А мы тут тушим. Опа, хорош, как мы тут. Он даже клепнуть не успел, между прочим. Ладно, я там, наверное, уже не помогу. Го сюда. Занимаемся сплит-пушами. Онлайном. Без смс-регистрации, между прочим.
Ребята там убегают, да? Идти не проблема. И я дальше не пойду. Опасно. Найкс на топе. Опасно, не пойду. Гоу. Ой, зря купол поставил. Хотя КДшка идет, пофиг вообще. О, а че у него реса нету? Ну, уже есть. Водает. Водает. Гон АТП на базу. Сделаем. По чуть-чуть давайте их это отресторим. Сначала этого туда. Этим отстакаем немножко. Хорошо. Пойдет. Нормально. Опа, и сюда вот и этого. И вот этого аккуратненько расконтрим. Как могу, пацаны, контролю. К сожалению, по-другому не получается. Хорошо. Пойдет. Пойдем этим по миду. Этого сюда. Пойдем зайдем в магазик. О-ля-ля. Так, хорошо. Есть. Коин-бустер возьмем. Коин-бустер. Тут сейчас запуфаем, наверное. Хорошо. Пойдет. Пассивочку возьмем. Так, и погнали. Знаете что, этих тут в миду оставляем, а сами в лесочек. Вот сюда примерно. Тут еще раз подпуфаем сейчас. Офигенно вот так. Одним пошел гулять, типа на ганг на какой-нибудь, этими фармишь. Главное, чтобы не прогуляться еще и в миду. Подзадушить. Этими парями по кайфу. Но в тиника, конечно, тяжело будет врываться. Так, тут надо вот так сделать, потому что я чувствую, я тут сейчас немножко загнусь. А, вот оно что. Ну тогда. Тогда. Давайте этого на базу. Этого на базу. Ух ты. Хорошо. Этого сюда. Эп. Оп, оп, ип, оп, оп. Вот это, конечно, электрик. Что-то наклацал, пацаны. Не знаю, что, но было красиво. Согласитесь. Что-то наклацал, но было красиво. Так, я дропал, кстати, рвала на базе. Или нет? Так, гоу сюда. Гоу сюда. Хорошо. Вот так делаю. Хорошо. Кто там идет? Ну-ка, дядя, ТП туда делай. Жесть, я Орна играю на этом герое. Это вообще жесть. Кто-то зайдет, скажет, что я рак. А на самом деле чики-бряк. На самом-то деле. Хорошо. Пойдет. На самом деле, да, есть такой ракообразный. Ладно, левел идет, идет, что еще нужно? Кто на топе там? Леорик, да? Левел идет, пацаны. Хорошо, остановились, жмыхнули, кайфанули, по кайфу. Так, это у нас Алакрити. Стандартный билд, в принципе, делаем. Собираем. То же самое, что собирали. Собираем то же самое, что собирали. Хорош. Быстренько. Быстренько фармим. Если уметь этим героем играть люто, жестко, не так, как я. Это вообще жесть, что за машина, пацаны. Я вам серьезно отвечаю. Это я вам отвечаю. Так, вот этого на базу, значит. Хорошо. Этого тоже на базу. Основным. Побегаем пока. Там войд душит, но го, поможи делать. Маны, правда, у меня немного, но я быстрый. Брат, живи. Живи, я уже рядом. Хорош, это мой. Это мой клиент. Хорош. Блин, это...
Если вы научитесь делать это в идеале, это такая пушка, я вам отвечаю. Это если вы научитесь, пацаны, это я вам отвечаю. Это такая вещь лютая. Это такая вещь лютая. Если вы научитесь двигаться этим мипарем правильно, не так, как я, это такая пушка. Я вообще шокирован. Я вообще, Вася, в шоке. Так, это туда, гоу, этого оставим. Этого оставим. Хорошо. Хорош. Ой-ой. Хорош. Этого уводим. Этого тоже уводим. Подожди, подожди. Если вы научитесь это делать правильно, не так, как я, у вас все получится, пацаны. Хорошо. Не-не-не, подожди, на леворике. Что? Что за фигня вообще? Как играть на этом герое? Пойдет. Если вы научитесь на этом герое играть нормально, не так, как я, то у вас все будет офигенно, пацаны. Я вам отвечаю. Вот. Реально. Так, давайте, знаете, что сделаем? Попробуем пользоваться другой стратегией. Этого оставляем здесь, этих четверых забираем. То есть это у нас телепортные мипы, и будем их туда-сюда забирать. Погнали. Телепортируем. Хорошо, фармит делаем. И будем, если что, менять. Один за одним. Хорошо. Аганимчики есть, можно поесть, можно вообще не париться. Хорошо, вот так смываем их здесь и сплитпушим. Отлично. Вот это я понимаю, шот дота, пацаны. Шот дота. Шо ты там, дядя? Через shift. Мой shift это лютая вещь. Так, нет, не поймал, не удалось. Ладно, ничего страшного, не печалимся, ребятки. Немножко бы побольше времени мне. А то немножко в развитии отстаю. Да что ты там, этот дед до сих пор стоит в кустах? Это жестко. Хорошо. Хорошо, надо бы забрать. Можно вообще прыгать в наглую. Давайте, знаете, что сделаем? Это вот так вот. Этого сюда. Хорошо. Этих сюда, этого сюда. Хорошо. Отлично, и погнали колотить. Этого сейчас чуть-чуть отведем, и все будет огонь. Сейчас как рэмпейдж бахнем на мипе. Дайте, дайте мне пулза. Не знаю, через Володьку самый кайф, мне очень нравится. Этериалами докупаешь, вообще героем пушка. Хорошо. Отлично, би. Этого на базу, на базу. И погнали дальше. И погнали дальше. Так, есть у меня левел, да? Опа, там душниловка пошла. Лютая. Лютая душниловка. Хорош. Можно драка как начинается, куда-нибудь на тэшку полететь и снести все нафиг. Так, гу сюда. Аккуратно подпушиваем. Давай, давай. Хорошо, прилетели. Основным можно сейчас летать на базу. Продать топорик. Он нам уже давно не нужен. Так, нужно своих сородичей уничтожить. О-о-о. Залагал парень. Ну, походу, 4 на 4 сейчас будет драка, пацаны. Все нормально, все хорошо, сейчас будет драться. Сейчас будет драться. Жесткая, конечно, катка. 18 уровень даже. Неплохо. Неплохо. Так, знаете, что сейчас сделаем? Продаем топорик. Покупаем Ghost. Опять Ethereal делаем, чтобы можно было посильнее подамажить. Тут катка будет чуть подольше. Мы еще не запушили. Хорошо. Сейчас мид пойдем. Ну, у меня 18 уровень, нормально. Мипа быстро качается. Да, надо нести. Так, хорошо, топорик в помойку. Вот это сюда. Вот это сюда, вот этих тут тоже пацанов поддушить надо.
Хорошо. Так, основного надо убрать. Хорошо. Пойдет. Хорошо. Этого сюда. Этого тоже туда можно. Ну, сейчас тут покушаем немножко, да? Так, вот этого туда. Этого оставляем. Этого сюда. Хорошо. Этих перебинживаем, перебинживаем. И ломаем дальше. Офигенно. Офигенно. Перебинживаем через Ctrl-1, допустим. Это все у меня мипы становятся на единицу. Хорошо. Сейчас еще и Зериал докупим. Блин, это я не знаю. Вот если уметь на этом герое играть, можно так стриковать на нем. Это ж пушка, пацаны. Я в шоке с этого героя. Насколько он жесткий. Давайте пойдем купим. Хорош, купим. Эзериал. Так, ну-ка. Хорош. Оп. Скелетала бить сейчас будем. Хорош, сейчас как трипл килл жахнем. Ух ты, блин. Не паря души. Хорош. Дабл килл на красоту просто. Жесть. Реально. Очень жестко. О, кстати. Иди сюда. Иди сюда, дядя. Так, кто там у нас? Ты давай, дядь, фуловый сюда. А мы всех на базу отправим. И, а ты куда пошел? Ты должен был где стоять? Ты должен был где стоять, дядя? Через F3. Хорошо, сейчас всех заресторим. Это прокачиваем и не сломаем по чуть. Пока ребята дойдут у меня до колодца. Геомансеров слишком много, говорит. Много не бывает, брат. Честно, поверь. Хорошо. Сейчас можно всех пятерых поднять. Этих всех пацанов туда. Все, let's go. Мне кажется, сейчас 1 на 5 могу выйти. На язу. Прям на язу. Главное в контроле не запутаться. Ломаем. Жесть, они, конечно, ломают очень люто. Эзериал оставляем на подсейв. На подсейв. Ах ты. Ломаю. Как там говорят, с руки просто бить надо на мипа. Уничтожают они просто. Дабл килл спокойно делаешь. Ломаешь, что хочешь. Жесть. Вот это, конечно, да. Ух ты, крыса. Ух ты. О, не могу отвести. Опа, отвел. А забить его. Жесть, прикиньте, эти мипари что делали. Жесть, вот это крыс, конечно. Задушил меня. Хорошо. Жестко. Ну это ГГ, я не знаю. Что тут еще можно придумать, я хз, конечно. GG, ломаем. Но, если честно, эта катка получилась немного похуже, чем прошлая, но все равно. Все равно прикольно вроде. Хорошо. Войда спасем. Найс, и ГГ. Блин, вторая катка тоже у нас получилась, в принципе, в одни ворота. Бар очень много в миду помог, да, ребят? Сейчас пойдем третью катку, попробуем сыграть. Давайте через хиксы или попробуем через... Через что? Через грифс. Погнали. Ну что, друзья, третья игра. Посмотрим, будет ли эта катка немного подольше. Я честно не знаю. Ой, ну за 25 минут мипа заканчивает. Ну и даже если честно, вот я стараюсь не тянуть эти игры. И быстренько тык-тык-тык-тык-тык-тык, раз. И закончить эту катку. Быстренько. И в принципе получается, получается, ребятки. Ну вот так вот. Так, что я хочу тут сделать? Посмотрим, если там лютый какой-то инвокер. Ой-ой-ой, сларки еще. И БХ. Кстати, против БХ у меня герой вообще жесткий. Если на всех пятерых мипа закинуть трек и убить мипа, столько золота можно хапнуть, что вообще жесть. Ну, постараемся эту катку как-то подзатушить, там инвокер.
Очень офигенно играть через хекс. Если вы очень быстро пуфаете, просто прыгаете, даете хекс, и там за 4 секунды вы просто нереально убиваете быстро. Так, ну давайте возьмем уже. Через топорик сыграем, через топорик, топорик хилка, и погнали, ребятки. Через топорик я что-то прикайфовал, на самом деле. Очень даже легче намного ластхитить, и по кайфам, по кайфам. Дальше делаете сапожок и по стандарту. Можно эту катку попробовать через дагер сыграть. То есть начать через дагер, а там уже посмотрим. Let's go, попробуем что-нибудь сделать. Веселенькое. Если там инвокер рукастый, я вообще ничего не сделаю. Вообще. Погнали. Сейчас попробуем потушить оппонентов. На победку как бахнем. Энигму еще взяли. Еще если ЕСа туда добавит, это ГГ, я просто потеряюсь. Так, у нас Траксу взяли, да. Ну, Тракса, Бара. Такое, нету сильного героя какого-то, чтобы прям вот убивать Сларка. Сларк это же такая имбовая тема. Имбовая, очень имбовый герой, очень сильный. В лейт-гейме прям очень сильный Сларк. Йо, если не забьешь кулаками, либо не засайленсишь, там ГГ будет. ГГ сразу причем. Так, куры нет, да, но я потом себе соло возьму. Я привык с соло-курьером играть, почему-то вообще по кайфу. Никто не реюзает, когда надо юзаешь. Вообще такой кайф, ребятки, рекомендую. Всего-то 170 золота и у вас есть свой курьер. Это всего 3 крипа. Три крипа, серьезно, задумайтесь об этом. Я что-то в последнее время подумал, три крипа это всего лишь. И все, и изи. Так, ну там у нас Хускара взяли еще. Ну тяжелый пик, тяжелый. Посмотрим, что второй слот у нас возьмет. Может какой-нибудь Найкс, желательно, конечно. Так, я беру, пацани. Я беру, пацани, Вемит Арашоби Венга. Венга, нифига себе. Ну Венга такое. Но если честно, пик у нас на фастпуш, посмотрите просто. Если мы сейчас будем собираться и пушить, вообще кайф будет. Если получится, конечно. Если получится. Что там, инвокер стопер, да, походу, прям? Очень люто застопал. А, нету инвокера в меду. Оп, топорик есть, можно поесть. Ласхитим. Ласхитим. Ласхитим как можем, пацаны. Начальная стадия, что-то никого нет. Ой, есть. Так, раскачка. Вот так вот делаем. Хорош. Ну, пока что все добиваем, пацаны. О, инвошкер пришел. Злой. Злой инвокер. Ух, еще и переагривает. Ну, там фаст медас инвокер готовится делать, парни. Страшно вырубай. Фаст медас на инвошкере это... Кстати, есть такая тема. Мипарем, короче, пугать постоянно. Знаете, вы походите в упор, да, там образно, если это милишник, в упор подходите и начинаете шугать тем, что, знаете, сейчас пуфаться будете. А сами отменяете. Это очень-таки, довольно-таки серьезная тема, на самом деле. Очень серьезная. Так, гоу немножко подушим. Душим. Хорошо. Сразу задушили пацана. Он, наверное, не ожидал. Наверное, не ожидал парень. Я сам не ожидал, если честно. Так, хорошо, вот так делаем. Давайте замедло возьмем. Инвокер не любит замедло. Сейчас под тэшку можно будет зайти. Уфать. Так, монетка. Хорошо. Оп, хорош. Ну, харасит он его. Не хочет, чтобы он был фуловый у меня, герой. Если хорошая руна попадется, то... О, хаста. О. Иду. Давайте ганганем. Меня мипа не успеет до базы добежать, да? Так, где Энигма? Опа, здравствуй. Хорошо. Хорош. Хорош. Так, ну это на базу можно, этого так. Хотя наоборот лучше давайте. На основном там регенчик чуть повыше будет. И по кайф. Так, кто там еще? А, БХшник там в инвизах. Так, хорошо. Ну стакнуть я не успею. Этого на базу отведем и, наверное, я сейчас маны подкоплю, тоже на базу слетаю.
очень активно гангаю. Давайте попробуем, как... Я брал базилку по кайфу, только реген хорошо дает. Причем обоим. Бриллианс аура. Офигенная вещь. Офигенная. Так, левел еще апну. Хорошо. Сейчас на базу слетаем. Пойдет. И ТПшечку. ТПшечку. Что там инвокер? Четвертый левел, да? Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Так, ну тут за душу, по идее, без шансов, да? Хорошо. Бедный инвокер. Какой же я жесткий на мипах. Жесть. Жесткий на мипах пацан попался какой-то. Но в этой катке я, кстати, вообще не стакаю. Ну, давайте вот тут прочекаем руну. О, хорошая руна. Хорошая руна. Вот тут поставим вардик. Вот так вот. Сюда дойдем. Оп. Ну, сейчас можно будет вот так сделать. Хорошо. Давайте этим на базу сходим. А этим постоим. Сейчас тревел возьмем и всю карту будем загангивать. Давайте так сделаем. Блин, интересный геймплей получается. Прям по кайфу. По кайфам. Так, давайте стакнем большой кэмп. Этим мы на базу. Тревел возьмем сразу на ТП-шку на базе дропнем. Тревел возьмем. Тревел возьмем. Стакнем сейчас. Тревел, чтобы можно было побыстрее всю эту контору делать. Прям движения очень много. Так, делаем. Хорош. Инвокер там уже ку-ку, наверное, может нажимать. Как Криса. Давайте возьмем. Хорошо. Ух ты, блин. Ой, я Даста на базе нажал случайно. Так, вот так вот. Хорошо. Случайно на базе Дасты. Короче, я тревел обычно себе ставлю на вот этот слэш. То есть у меня бинт другой. Бинт другой ставлю слэш обычно. А тут, короче, не переставил, случайно заюзал. Опа. Ух ты. Хорош. Оба, нормально. Так, на базу. Окей. Хорош парень с чувством юмора. Так, знаете, что делаем? Тревела на базе мы выкладывали? Не знаю, давайте подберем. Так, и базилку возьмем. Стандарт, стандартик. И погнали на миду инвокера тушить. А то инвокер что-то много себе позволяет. Так, 6 левел тревела есть? Есть. Что еще нужно для полного счастья? Ну, хорош. Жалко, что я не стакаю себе. Базилку выключаем. Так, там руны резнулись. Пойдем посмотрим, что там за рунка есть. Эх, вард я их немножко не доставил, да, ребятки? Чуть-чуть не доставил. Регенерация. Ну ладно, заберем, пойдет. Заберем, пойдет. Погнали на топ. Хорош. То давайте вот так, наверное, на топ. Хорош. Хорошо, ну это с пуфом. Отлично. Ребятам помогаем сразу. Давайте вот так сделаем. Петушок. Только жалко, на инвокера времени не хватает, ребятки. Так, у нас там 80 маны, хорошо. На базу. Плюс. На базу слетаем. Даст и есть, есть. Хорошо. Хорошо. Вот так вот, отличненько. И прилетели. Сейчас надо инвокера гангануть. Инвокера гангайте надо сделать. Он уже по левелу, как я прям. Не, ну под Т-шку. Мне кажется, того не стоит оно. Хорош. Ей, барарак. Застелил. Ух ты. Так можно побить, кстати.
Хорош. Успею интересно на ТП выйти. Отлично. Пойдет. Там Сларк гоняет, да? О, ХП нет, но мы... Вы держитесь. Оп. О, Санстрайк какой хейтерский, прикиньте. Же есть. Так, ну это самая лучшая игру в мире свою показываю. Самая лучшая игра в мире. Ну, активная катка, пытаемся помогать ребятам, и вроде получается, ребята фидят нормально. Сейчас даггер возьмем. Хорош. Убьем. Гоу. Да, смотри, что пишет. Гоу. Че пишет пацан, а? Какой он манер. Хорош, ну ухожу. Оп, отлично. И третий мип открывается. Смотри, что написал. Оскорбляет. Я эту катку назову задушил хейтера. Гоу, даст, берем. Побежали догонять. Догоняем. Хорошо. Брат, сейчас помогу. Ты, главное, держись. Печалька. Ну, пойдет. Все равно. Пойдет все равно. Так, где Шинвокер наш? Давайте сделаем вот так вот. Телепорт и погнали искать. А этих можно послать на мид. Чтобы они что-то там подфармили. Но я, скорее всего, найду раньше, чем... Чем инвокер там. Гоу. Хорошо. Хорошо. Пойдет. Пуск идет. Уводим отсюда толпу. А БХ можно будет сейчас убрать. Один вокер, интересно, фармит. Погнали, мид. Пуск идет. А не один там БХ вылезет. Не один. Ого, я как МХшник настоящий, одна штука. Хорош. Упал, встал. МХ! Хорош. Я ждал, наконец-таки написали, что я МХ. Я достиг нового уровня. Теперь мне говорят, когда я играю на мипа, что я МХ. Красава, хен. Инвокер где-то фармит, надо инвокера найти. Давайте этого на базу. Сын обрыганный. Вот так вот пишут пацаны. Ну, за что ты меня так сильно? Я тебе что сделал? Так, надо к инвокеру туда. Это юзаем. Брат, живешь, не переживай. Я помогу. Санстрайк заблочить надо. Во, изи. А я МХшник просто, сори. Так, тебя на базу. И это погнали сами тут. Лопатку качаю. Лопатку качаю. Ну, инвокер, походу, там толково будет. Тяжело будет. Тяжело будет. Хорошо.
Так, кто там еще остался фуловенький, да? Хорошо. Пойдет. Так, этого сюда. Братулец, не устал фидить? Жесть, вот это я тут катку показываю свою. Самую лучшую катку в жизни. На мипа. Самую лучшую катку в жизни. Ух ты. Хорош. Толпой задушили. Почти агоним есть. Давайте топ чуть поломаем. Хорошо. Пойдет. Самую лучшую катку в жизни показываю. Хорошо. Ух ты, Криса. Давайте тут пуфнем. Пуфнем, пафнем. Хорошо, и зафармим. Отлично. И можно пойти прогуляться. Так, а этих отправим вот сюда. Хорошо. Этим сейчас еще одного мипа апнем. Warworld is acquired. Печалька. Хорошо. Эх, ну не было сетки никакой. Печалька. Так, ну агоним на 15, это серьезно, ребятки. Петушня с МХ, говорит. Давайте, знаете, что сделаем? Основного тэпнем. Этих сюда, это сюда. Надо варды вот так вот сделать. И вот так вот сделаем. Погнали. Хорошо, тут за, вот так вот запушим. Хорошо. И подальше поставим вардич. Глубокий вард поставим. И тут пушим просто. Блин, это неплохая катка. Мне эта катка нравится. Прям сам собой доволен. Серьезно. Серьезно, сам собой доволен. Хорошо. Так, этих сюда. Ломаем просто и все. Оп, хорош. В центре вещи. Это вот сюда сделаем. Пойдет, даст ты. Отлично, давайте опять Володьку, да, пацаны? Через Володьку, а че нет-то? Так, когда там у нас еще один мипа будет? Жесть, вот это лютую катку показываю, серьезно. Иду сюда. Хорошо. Через Володьку. Хорошо, так, Энигма где-то там еще. Пойдет. Еще один. Хорошо. Ребята там фидить решили, да? Кто поможем? Хорошо. Же есть. БХ в инвизе был. Венга залагала. Печалька.
Так, ну у меня 17 левел на 18 минуте. Я как настоящий задрот сейчас играю. Но меня вообще же сейчас законтрит изи. Блин, почему я дасты не дал? Опасно. Надо изэриал взять еще. Сейчас, ну, в стандарт, вообще в стандарт офигенно играть. В стандарте офигенно играть, блин. Но с Ларка много потратил. Надо и с Эндри. 60 секунд меня отправили. Дасты надо просто. О, БХ, БХ, убивать БХ. Где бар в таверне, что ли, или АФК? А, бар АФК ушел, да? Печалька. Печалька. Там сейчас очень много золота БХ поймает. Очень много. Давайте сентри возьмем еще опсы. Сейчас пойдем Рошана попробуем забить. И на ХГ надо пытаться ломиться уже. Ну, с Аегой пойдем на ХГ. БХ очень много сейчас получил золота. Там таргета очень много золота. Хорошо. Вот так, договоримся. Офигенно, что, кстати, Венга будет бустить мой дэмэдж. Мой дэмэдж от родного. Это круто. Это круто. Ты нырук без карапаса, это ГГ. Смотри, Сларк что делает. Крысит как. Он там накачивает статус себе, да? Бара ультанет сейчас с него. Как... Ух, как чапалаху дадут. И инвокер идет с медасой. Крыса. Дядя, пришел. Вот это я пришел душить. Не ждали? Погнали, мид можем, кстати, сломать сейчас, мне кажется. One way, мид тупо. Гоу. Есть. Энигма, интересно, с чем там куск идет со спины. Энигма, ну, наверное, Энигма без даггера по-любому. Ломаем поэтому просто. Вот ей много не хватит. Джесси, у нее левела вообще нет. Этого на базу. Вот, отошли. Души его. Опа. Хорош. О-о-о. Буду драться. Ну как драться? Надо уходить. Вообще. Эх, задушили такие меня. Жесть, ну не хватает мне контроля. Кубабек тоже нажмем. Тоже бэбэк нажмем. Я тоже вам не пальцем делал. Сломаем сейчас как. Жесть, но не хватает все равно контроля, я это прям чувствую. Не настолько я уж лютый, конечно, мипа, но... Что поделать. Не настолько лютый. Так, гоу затар. Затар. Поможи, Ломат, поможи. Сейчас Рошана пойдем. Эх, в инвиз зашел. Сюда. Ладно, го пуш, 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 пуш. О, сейчас инвокер прокаста даст. Вот тут я уже не знаю, как его расконтрить, своего героя. Просто не знаю. Ну, а бар, если честно, простоял. Фиге. Сейчас инвокер быстро оденется. Надо было в Аегис идти просто, и все. Они вот здесь не ломать этот тавр. Куда торопиться, 21 минута, согласитесь. Рошу надо. И от дефа столько можно было сделать. Надо бы просто уйти. Одного мипа, допустим, на базу отправить. Правильно в этой ситуации, ребятки, было бы сделать так. Отправить одного мипа на базу. И аккуратненько посвапать их. И все. И не париться. Все было бы огонь. Там Сларк задрот какой-то. Задрот на Сларке. У него маны нету там. ББ. О, хорош. Инвокер мутит вещи. Бара должен убежать тут хотя бы. А, нет, колдснап на лицо. Всех заберут. Так, ну Рошана надо, ребят.
Рошан и Хекс. Сейчас Эзериал и Хекс сделаем. Хекс нужен тут. Тут прям Сларка нужно под Хексом. Или Инвокера. Инвокера желательно первым сразу убивать. Очень много дэмэджа Инвокера вносит. Если сейчас не знаю даже, как там расконтрить. Вот когда он тебе все дает, весь проказ, все, ГГ там. Просто потерянная ситуация. Армлет сделал, смотрите. Энигма еще Блэкхоллом перекрыть может. Это жестко. Сентри нашли. Ой-ой-ой. Жесть. Это жестко. Упал, встал. Так, ну три раза умер. Сейчас бы с Аегисом не умереть. С Аегисом не умереть бы. Так, ну надо по-любому варды туда на руну, ребят. Без вардов не вижу смысла вообще туда идти. Вот так сделаем. Так сделаем. Давайте вот так вот сделаем. Так, они в рошу идут, да? Мне надо уходить, Б. Так, не варик. Наглую забирать. Ну, если, кстати, заберем инвока, я смогу подраться нормально. Пойдет. Хорош. Го пушить. Хорош. Правда, с прокаста улечу нафиг. Ну, заберем, думаю, быстро. Инвокера вроде нет. А, вот и инвокер. Так, дядь, подожди. Какой прокаст на инвокер? Вот сюда упрем его. Так, вот этого пацана туда. Давай сюда. Давай, давай. Ну так, сделаем, а то у меня там герой что-то не послушался. Хорошо. Пуска надо было цеплять, да? Жить, а стрёмно мне, стрёмно. Пуска надо было цеплять. Так, а где у меня еще один пошел? Нет, не пошел. Странно, пуф на месте был. Ладно. Тут на месте. Инвокер молодец, что-то шарит там. Видели, какой проказ дает? Проказ нормально дает. Хорошо. Так, есть. Отлично. Вот сюда. Давайте возьмем вот так вот. На всякий случай. Го, пятером. Так, а ты кто у нас тут? С Аегисом самый главный. Хорошо. Кстати, я хотел закупиться. Так делаю. Смотри. Хорошо. Погнали. Жесть, вот это лютая катка, пацаны, конечно. Лютейшая. Ух ты, Криса. И все под этот. Под одну гребенку. Ай, плохо, это плохо. Энигма за кворс, за этого, за контрила. Хорошо, так нормально будет. С Ларкой я не пойду там догонять. Смысла не вижу. Вакер бэкнулся. Отойдем. Вакера зацепить вообще легче простого. Просто прыгнуть в него и все. Просто прыгнуть. Хорошо. Пойдет. Печалька. Так, что у нас там? Ты идешь, да, дядь? Давайте, знаете, как сделаем. Подресторим немного, пацанов. Подресторим.
Основного не будем отправлять, от этих двух. От этого сюда магазик. Мне, если честно, очень тяжело микроконтролить мне. На нем очень тяжело микроконтролить, герой. Так, и у меня там септер, оказывается, все был. Хорошо, сюда. И этих всех на того мипа. Хорош. Я тут, пацаны. Сори. Сори, что я фокашил. Эй, никто не поможи мне не сделали. Ля, вообще, что за дикость. Ну, тяжело. Фрагов много. Толку мало. Жесть. Блин, ну это самая лучшая игра, которую я показал вообще. Рили. Самая лучшая игра. Давайте кушать. Самое лучшее. Сейчас как нажму прокасты там. Сильную инвокерби. А, я тут один, между прочим. Я тут один, между прочим. Опасно было. Опасный был момент. Так, гу сюда. Фига себе, я вообще, я, короче, вошел в кураж. Стал жестким мипо, пацаны. Чё за фигня, да? Ну, как и все по 25 минут, но, блин. Я боюсь тянуть, боюсь другое что-то собирать. Прям вот это прям хорошо заходит. Хорошо заходит. Ну, и не знаю, такое страшно, страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. Погнали по топу. Хорошо. Можно еще и тарел сделать и пушить просто. А еще можно скади сделать. КП будет очень много. Тараска, скади. Надо будет, кстати, как-то одну катку сделать. А там инвокера собрались раздевать. И Криса, не получится ничего тут у вас. Я вас задушу. Ой, хорош. И пуфами. О! Не, ну это на вставочку. Самая лучшая игра, которую я показывал за всю жизнь на мипа. Хорош. Самая лучшая игра, которую я за всю жизнь показывал. Серьезно. Жесть. Давайте пушить. GG. Наказал хейтера за невежливость. Да? То есть самая лучшая игра, которую я показывал. Хорошо. Вообще на расслабоне так сижу, что там кликаю. У них там трон падает, а мы топ ломаем. Нам все равно. Все равно трон ломает. Или нет. Можно суицидалочку было душануть. Но 30 минут катка. Сейчас как подобузим пару кружочков еще. Ой-ой-ой. Оба. Хорош. А вот так вот сделаю. Ля ты. Ну, ребят, вот такая катка у нас получилась. Третья. И, в принципе, это реально жестко. Это реально жестко. Надо попытаться еще, конечно же, тарасочку как-нибудь, в какую-нибудь каточку запихнуть. Но эта катка мне прям очень понравилась. Погнали некстовую. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что, ребята, четвертая игра. Четвертая игра. Не знаю, что я хочу от этой катки, но в этой катке хотелось бы сыграть как-то по-другому. Но вот именно дефолт прям хорошо заходит. Хорошо, каточки на дефолте выигрываются. Честно, очень хочется собрать сейчас какой-нибудь там пайп-худ, меку, что-то такое интересное, и просто быть такой машиной, которая идет и ломает, знаете, ну, по товарам идет, знаете, вот такой вот. Он, в принципе, и дефолте мипа хорошо это все делает, но не знаю, сейчас посмотрим, в общем, что мы будем выпиливать, так сказать, из всех слотов. Хотелось бы, конечно, там худы, тараски и прочую всякую тему делать, чтобы герой был поплотнее, пожестче. И сейчас посмотрим, что и будем из этого делать. Давайте попробуем все-таки через меку, но с тревелов начнем. С тревелов начнем, конечно же, в любом случае. Тревела и поехала. Тревела и поехала, чтобы можно было команде помогать.
Травела и поехала. Так, Пуджа взяли там, хорошо. Что-то мне прям очень сильно понравилось играть через топорик. Прям с топориком на начальной стадии по кайфу. Вы можете спокойно подфармливать всех крипчиков, которые я ранее писал. Я ранее писал. Брат. Ну-ка, сейчас у нас драка за мид будет, да? Я написал, вон, смотри. Я не дам! А, это токсик. Вот стандартный токсик в игре. Это очень хорошо. Это уже хорошо. Так. Точно? Не даешь. Я сейчас шокирован. Погнали лайн. Что делать? И вот такой дегенерат в команде попался, ребятки. Вот такой дегенерат в команде попался. Let's go. Дайте мне топ. Не, я низ туда. Не дает мне. Не дает мне ничего не написать. Забавный парень на инвокере. Ладно, идем низ тогда фармить будем, ребятки. Давайте, раз нас отправили на боковую, давайте попробуем сделать с бокового лайна какую-нибудь интересную. И какую-нибудь интересную игру. Через меку сыграем, давайте. Через меку и прочую всякую тему. Попробуем. Почему нет? Почему нет? Попробуем через меку сыграть. Через мег. Вы, пацаны, какие-то злые тут. Блин, не надо. Огров взяли еще. Через мегу, через пайп попробуем. Там, правда, пуч. Пуч-то проблема. Тыщ. Чисто тыщ. Но я не заберу тут руну никак, к сожалению. Сларка придется фарм забирать на линии. С прыжком, да? Не надо, дядя. ББ. И-и. Хорош. Так, ну, будем фармить. Будем фармить. Возьмем сейчас хидресочку, аквилу. Можно в аурера. Давайте соберемся в аурера. Тогда. Раз такая катка. Вот у нас инвокер такой попался, который не хочет давать мид. Поменяй бот, говорит. Парень еще не в курсе, что бота меняют до начала игры. То есть ты заходишь уже на определенный бот. Они во время игры меняют его. Бота во время игры поменять нельзя. Хостбот есть хостбот. Так, ну ты че, меня будешь тушить, да, тут на пудже? Душнило. Придется сапог взять. Погнали, сапог. Мне соло дают, кстати. Посмотрим, как Мива против двоих стоит. Да, пацаны? Оп, ха, смотри, как умею. Я могу сейчас сдохнуть, да? Оп. Могу сейчас сдохнуть. О, пуджа первый левел. Это радует. Давайте побегаем, пацаны. Что делать? Побегаем. Я знаю такие нычки и ласки, которые вы не знаете. Сейчас пуч такой отсюда выходит. Жесть. Опа, пуч второй левел. Дядь, ну только не захукай меня. Дай мне тут экспы и море тут. Тут море, экспы, дядя. А, ну дэмэдж сосет. Ну не варик тут ничего делать. Дэмэдж сосет. Ух, я с минус дэмэджем даже. Как душу-то крипов этих. Ля, как я агрессивная. Я тут на лайне солировать, походу, буду, да? Или сосировать. Ребят, голосуем. Что я буду делать тут на лайне? Сосировать? Солировать? Прям лютые пацаны. Хорошо. Что там, пацаны фидят, да? Ничего, бывает, ребятки. Так, основного отправим туда. Основного туда. А, СС. Я даже СС не могу написать. Написать не могу. Чалька. Кстати, надо было в мид косаку сходить, да? Я так думаю. Я так думаю, надо сходить бы. Хорош. Походу придется основного отправить на базу. Основного на базу придется отправить. О, что делать? Что делать, пацаны? ХП нет, но вы держитесь. Хорошо. Разор душит прям по-страшному. Душит разор. Мы сейчас, наверное, в роум идем. Там пуш пошел на ганге. Пуш на ганге. И разора вообще надо задушить. А, у него там вообще сол ринг, да? Хорошо.
Разор на ганге ушел. Давайте возьмем вот так вот сделаем. ТП-шечка. Все, погнали. Разора тушить. Разора затушим. А инвокера там убивает СФ. Да тяжелая катка будет, походу. Ты куда пошел? Ну ладно, давай побегаем чуть-чуть. У меня-то сапог есть. Хорошо, вот это сюда, вот это сюда. А, отлично, убит. Вот это да, конечно. Инвокер сейчас, наверное, ливнет. Я вам отвечаю. Инвокер ливнет. Надо тут на фул играть, пацаны. Инвокер сейчас чуть подстоит, он ливнет. Видите, какой агрессивный. Агрессивный инвокер. Кольник там, скорее всего, видите, все, АПК встал. Обиделся на всю игру. Куру не дали, гангов нету. Вот так играем доту. Там пушка мне шел. Пушка, кстати, забирает. Скорее всего, давайте отойдем. Попробуем. Если запухаем, пол хп сольем. Лучше под крипами, конечно, всю эту контору делать. КСФ, конечно, качается, страшное дело. Давайте к СФу все-таки сходим, наверное. К СФу сходим. ГСФ. Погнали, надеюсь, варда нет. Я так в наглую иду, у нас ни куры, ни варда нет. Все, инвокер обиделась, девочка. Инвокер. Так, койлы просадил. О, все три койлы я дал. Хорошо. Ну, через тревел, наверное, в стандарте попробуем. Инвокер все, сдулся. Токсик в команде. Залог успеха. Это сюда. Этого сюда. Эти что, перед ТПМ? Регенерация, неплохо. Пойдет. Забрали руну. Крисы. Гоу туда. Рудге 4 левел, хорошо. Гоу. Вот этого сейчас кикнем. Все, стал, обиделся. Отвечай, обижен. Обижен. С Ларком можно делать вещи. Хорошо. Че, го, наверное, вот этого на базу. Основным постоим. У нас на основном все есть. Попушим. И сейчас займемся помощью ребятам. Инвокера надо кикать с этой игры. Но это не игрок, это тильт ходячий. Оп. Рудге пришел, бро, смотри. Аккуратно. Прикиньте, вот такой вот стандартный мидер попался. Ну, брат, я тебя тут бросаю, но с тревелов прилечу. А это подстава. И это печалька. СФа я не видел. Голод и кик, пацаны. Вот такие, как там? Вот и тик 10. Слышь, ес, парни, пишите. Так, СФ меня все-таки натянул, да? 3-1 СФ. Ну, вот как обычно, попадется вот такой токсик. ДД Лина какая-то.
Бан просто кик. Так, СФ, а там 8 левел, да? У меня какой левел? У меня тоже 8, но у меня все похуже. У меня все похуже. Инвокер, конечно, он даже вообще ни книжки, ничего не качал. Гоу. КФК, ой, хорош. Отлично. Отлично, би. Отлично, би. Отлично, би. Так, хорошо, Найкс, давай, души его. Хорошо. Красава, бро. Уч, огр. Сефразор. Гомит. Гомит. Вот этого хотя бы. Эх, нафиг я сюда прилетел обратно, да? Нафиг прилетел обратно. Ух, ДК там почти меня забрал. Жесть, надо фармить. Интересная катка будет. Без мидера-то. Вот здесь фардик поставим. Базу сходим. Основным, если что, пролетимся. Так, через что играем? Вопрос хороший, вопрос хороший. Там очень много стана, очень много движухи различной, там пуч. В конце концов-то, ё-моё. Пуч там. Хорошо. Так, кого сюда? Кто там санстрайками меня взрывает? Так, сеточку я вкачал. Хотя аккуратно пофармим. Даггер возьмем и с ребятами будем двигаться, наверное. Вообще, я себе в этой катке даже не стакал, потому что я в боковом лайне бегал. Это плохо. Ну по. Ладно, я буду просто фармить. Зря я прилетел сюда. Следующий стоит. Но Сларк умрет здесь. А, нет, хорош. Нормально. Блин, не понял я немного сейчас Сларка. Вроде он с ним дрался, тут раз, развернулся, ушел. Ну ладно, короче, надо фармить. Ребят, надо фармить. Не знаю. С мида, видите, фарма нету, вообще жесть. Тяжело, но тяжелая катка будет. Не лучшая, конечно, катка будет, как я в прошлый раз оттушил, да? Тяжелая будет. Вообще леса ковырять. Вообще леса ковырять. Апнуть левел 10 поскорее. О, нормально. 10 поскорее апнуть. И кайф будет. О, это что такое? Нифига себе. Вард стоит, походу. Сразу втроем вышли. Я что-то не обратил внимания, что они с лайна просто газанули и побежали. Прикиньте, они, оказывается, там... Блин, я так даггер никогда не куплю. Никогда так даггер не куплю. Прикиньте. Да, инвокер молодец, конечно. Я ПСФ, скорее всего, на третьем, на четвертом левеле убил бы. А теперь проблема. Как качаться и где качаться, если там варды поставили? Просто сейчас загангать могут. Варды везде стоят, да? Сюда. Так, ставим. Да, вардик стоит. Огрик поставил. Найс. Плюс один мипа есть. Хорош. Гоу.
хорошо, сейчас тут жмыхну. Хорош. Ну, так-то лучше. Так, это дагерочек, кстати. Нормально, с одного фражочка дагерочек, по кайфу. Давайте сейчас сделаем что? Купим дагер и сделаем худы пайпы, наверное. И будем просто ДД собираться. Мне кажется, это будет прикольно. Что там, огр, не знаю, на топе один, не один. Лететь, не лететь туда. Не понимаю, не знаю. Боюсь, что может там пуч в кустах будет стоять. Кто его знает? Кто его знает? Там полкарты не видно у нас. Полкарты не видно. Оу. Его. Хорошо. Пойдет. Давайте этого на базу. За ним отправим вот этого. Грачи прилетели. Налетели. Огр на топе один, да? Давайте тогда сделаем вот так вот. Этого вот туда. Хорошо. И полетим на топ, на огра. Ребята, пусть приенится. Ну, если так подумать по логике, низ там пушится, да, и пуджу нечего тут делать. Нечего тут делать пуджу. Так, ТП-шечку собью. И без проблем, хорошо. Отлично, би. Забрали, изи. СФ-чик, что у него там, лотарчик есть? А, лотарчик СФ-чик, да? Опа, тут рутги. С гастой, между прочим. Так, у меня хп не так уж и много, блин. Хп немного. Хп немного у меня. Типа у меня 600 хп, пуш с хука только половину отожмет. Хорошо. Давайте чуть попушим, может. А можно вообще ребятам полететь помочь, типа там вообще ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Но мы же не такие. Хотя гоу. Почему нет? Гоу. Ой, хорош. Ну я тоже так вовремя вроде прилетел. Ребятам-то поможи сделал. Поможи, ребятам, поможи. Так, лопатку беру. Хорош. Вот этого сюда. И вот это все. Потеря. Тот пусть стоит. Я тем не расконтрю уже. Давай на базу. Хорошо. Засноуболились немножко, ребят. Чуть-чуть. На СФ надо дасты купить. И работать по СФ даже. Вот этого оставим. Чтобы можно было сюда прилететь. Так, на СФ дастики. Там кто-то на топе. О, так это ж наш клиент. Уф. Почти я нафидел. СФ такой сейчас, наверное, горит. Да как, да? Давайте возьмем пайп, ребятки, в этой катке. Сейчас огоним, пока не будем делать. Гоу, поможи делать. Хорош. И сейф локс у вас. Пишет уже. Аэрозора вниз можно вообще полететь, изи убить, мне кажется. Там без сапога даже. Жесть. Гоу. Попробуем. Гоу. Гоу дальше. Хорош. Сейчас пайпуху как сделаем. Вот мы их газуем тут, пацанов. Нормально, главное, СФа задушили разочек. За его слова, так сказать. Пусть пацан покайфует немножко. Но в таверне, но в таверне. Так, это вот так, это вот так. Хорошо, и худы пайпы есть почти. Хорошо. Ровно топ. Хорошо.
Хорошо. Так, ну пайп есть. Пайп есть. Что-то необычненькое пошло, ребят. Вроде как, да? Ты блин, а. Это суицидальный прыжок, между прочим. Это, между прочим, суицидальный прыжок. Это можно... Ой, нельзя уже. Жесть, ну я тупанул тут, тупанул. Микроконтроль, мое все. Не пианисти. Конечно. Не думаю. Я нет, вряд ли там всех забрал, ты чё. Не думаю. Там всех, мне кажется, нереально было бы забрать. Прикиньте, всех бы там, говорит, забрал бы. Да как? Они все попали бы, область, Огр максимум бы выжил. Фио. Жесть. Надо было пухнуть, там у всех хп только улетают. А вон чел с Транквилла на Наксе знает, как играть на мипы, пацаны, между прочим. Чего я вот это загоняюсь? Так, пайпуха есть. Погнали. Погнали, пайп есть. Чего выпендриваться? Парень вон знает на Наксе с Транквилла, как играть доту. Я не парься тут вообще. Я тут ни о чем. Так, погнали дышить. Хорошо. Пайп, главное, есть, можно поесть. Не пианисти. Типа не нажимай так много. Поняли? Не, ну соглашусь, что я слабо, конечно, контрю, но, блин. Там убить всех, ну это невозможно, мне кажется. Убить всех там невозможно было, мне кажется. Так, хорошо, пайпуха есть. Что-то необычное делаем, пацаны. Пайп есть. Если СФ врывается, сразу пайп нажимаем. И, наверное, Володька гоним. Эти Володьку сейчас сделаем. Хорошо. Вот так делаю, задуваем. Хорошо, не пианисти, самое главное. Хорошо, Тэшку ломаю. Ребята фидят, там я ломать буду. Я буду ломать. А то на X опять напишет, что я сейчас прилечу с фижу, напишет, то если все кнопки нажал, то все, ГГ было бы. Спека с бэмом, леса фармит. Нормально. Ну пушит, конечно, он слабо. Когда у него нету аганима. Так, был, отойдем. Отойдем. Давайте, наверное, вот сюда, потому что там по-любому сейчас кто-то ТП прилетит. Не пианисти, самое главное, это и все. Если СФ прилетит, мне кажется, там изи. СФ прилетит, изи. Аганим давайте лучше сделаем, наверное, ребят. Самое главное не пианисти. О, там еще СФ ТП-шится. А, нет, ДК ТП-шится, да? Ну пусть ребята там пофармят мои. А я тут пофармлю. Чуть отзонится. Он ДК просто стоит. Так, у меня тут еще мип образовался. Образование мипа. Хорош. ДК пошел. Ой, ДК. Разор пошел в лес. Сейчас мы его примем, пацаны. Сейчас мы его примем. Надеюсь, он тут один будет. Мне кажется, что-то я в западню какую-то иду. Потому что на карте никого просто. Просто никого на карте. На карте никого. Этого на базу. Этого на базу. Хорошо. Так, гоу, вот так сделаем. Там тэпнемся, если что. Ух. Да, нифига себе, там все герои были, оказывается. Так, ну что, погнали тогда, что делать? Гоу, и давайте вард возьмем. Погнали, душить. Гоу, я иду. Не пианисти там, если что.
Сларк, не пианисти там сильно? Сильно не пианисти? Это ГГ. Не пианисти сильно. Под Т-шку залетел. Во вместе. Не пианисти. Не пианисти. Я вроде, кстати, нормально прыгнул, а Разора как-то и не зацепил. Он там что-то АФК был. Давайте аганим, ребят. Все-таки без аганима вообще. Никак. Спека не хочет, кстати, поддержать. Где она постоянно ульт? Почему? Куда? Жесть, ладно я. Контрю как какой-то имбецил. Ну ладно, это фановая катка. Если нормальные катки я уже отыграл, то это фановая. Пусть будет. Не пианисти, главное. Соло на соло я могу любого убить, мне кажется. Толпой, ну толпой. Я, видите, 1-3 постоянно прыгаю. Но не умею. Не могу, не умею. Ну попробуем все равно. Так, у меня какой левел там? 17-й. Ну неплохо, 24-я минута, в принципе, пойдет. Рошана бы еще забрать. Но аганима нету. Забирать Рошан. Спека у нас еще есть, Роген сделает. А, тут невозможно будет проиграть ту катку. Если я нафижу 20 раз, нормально. Нормально будет. Очень тяжело их отводить. Там драка, там ДК, 3 секунды стан еще выписал. Отвести нереально вообще. Так, ну у меня фулл паки. Фулл паки. Хорош. Фулл паки там. Мипа вообще слабенькие без аганима. Без аганима вообще слабенькие. Я вместе. Давайте тут один вард поставим. И там на дальний поставим. Тут ребята пока пофармят, пусть. Пока пофармят. Не пианисти, брат. Сильно не пианисти. А я вард там не поставил через шифт, что ли? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, вот это вот так делаю. О, СФ там раздает. О, я не успел всех отпуфать. Да, блин. Жесть. Ребята там расплитились. Разора мог забрать. СФ под ногами тут с руки лупит. Сларк не видит, что ли, к СФ идет. GG. Не знаю, это лютая катка. Давайте, наверное, пойдем все-таки фармить. Надо сделать и гоним. И что-то тогда, ребят, получится. А так пока ничего не получается, к сожалению. Сларк, лотар же есть, нажми. Лотар. СФ тут не выживет. Ох, выжил, хорош. А тут вард стоит тоже. Давайте фармить просто. Нужен аганим. Давайте лучше фармить. Слишком тяжело, не могу расконтрить. Два лотара, там вроде дасты нажали, помощи нету никакой. Там два пацана у нас отзонились, а нас всего сколько? Четверо. Два пацана отзонились. И ГГ. А, не уйдешь ты никуда, дядя. Так что лучше фармить, иначе проиграем. Лучше фармить, иначе проиграем. А то я каждую драку прихожу и умираю. Поэтому го фармить. Прошу. Надо. Сейчас топ толкнем. Аганим почти есть. Как дела, спрашивает? А в лейт гейме посмотрим, другалек. Чуть позже посмотрим. Верну ему его фразу. Катку тут и проигрывать не собираю. Так, есть. Хорошо, пол аганима имеем. Сейчас мипа сюда запуфаем. Хорошо. Пусть они тут пушают. Пойду на мид. Там пуш, кстати, если бы не попал, я там бы... Там бы не светился бы. Давайте их в лес. Сами фарм. Сами в лес тоже. Там ДК со сплэшем будет раздирать вообще меня прям. Ля, кто-то девардит еще. Прикинь, какие крысы. Так, пацаны, ну-ка быстренько накинулись тут. Хорошо.
Дастов на СФ нету. Это плохо. Варды у нас никто ставить, естественно, не будет. Ну, на Медусе. Хорошо. Спектру убили. Печалька. Так, есть полуганима. Сюда гоу. Хорошо. Сейчас заберем, наверное, аганимчик и погнали сделаем себе приятное. Заберем Рошана, чтобы можно было хоть как-то что-то делать. Все, просто фулл фарм. Пайпуху нажимаем и душим просто с руки там. Ну, мне кажется, все равно передушим. Надо будет с ребятами все-таки, с толпой как-то попробовать. Так, 300 золота. И дасты купить надо, не забыть. Дасты не забыть. Даст и не забыть. О, не добил тут. Так, ну это аганим, да? Хорошо, го на базу. Отлично, тебя тоже на базу. Этого крошпита. Хорошо. Оп. Есть, но не будет детекшена никакого, жалко. Так. Так, душим. Ты что там гоняешь? Гоу. Колотить. Надо егу забирать будет. Стопроцентно. Ну, не знаю, что мы брошь питу. А егу мне. Я заберу. Хорош. Вот. Так, вот этого на базу. Вот этого за ним. Хорошо. И погнали. У, что такое? Жесть. Я через shift нажимаю на пробел, вроде у меня там такое накликалось. Так, ну, мне надо бы даста, но дастов не будет. Погнали, Т2. Так, крайние вот эти идут, вроде, да? Это вот сюда. Надо вообще желательно... О, дядя, здорово. А мне пофиг на твой ульт. Мне пофиг на твой ульт. О, как дела, надо спросить там, да? Хорошо. Сейчас это регеним присылаем. Ну вот, если, кстати, не пайп, я вообще сдох, скорее всего. Кстати, надо не лениться и попытаться в такой момент отвести крипчиков своих. Отвести. Хорош. Отлично. GG. Не, ну на самом деле я тут тоже много внес. Я тут много внес. Давайте на базу отведем. Я много тут нес. Саегисам прям вообще. Саегисам, если честно, люблю врывы. А, жесть, регенится тэшка. Жесть, лютая катка. Ужастик прям. Ужастик, катка. Хорошо. Катка, ужастик. Хорошо. Ну, тут, скорее всего, так вот спушим. Хорошо. Кто там идет пешком? Вот у меня вечная проблема. Пешком кто-то идет, ребят. Не обращайте внимания. Если вы учитесь на мипа или просто играете на таком же уровне, как и я, а именно уровень такой себе. СФ без душ будет ультовать. Давайте пайпуху нажмем. Эсэ, делай, что хочешь. О, хукает там. Возможно, зря я это, но... Ну да ладно. Да, не, нормально. Пойдет. У-у-у, Сларка засуицидил. Получается так. Давайте сюда. Пушим. Это у меня уже Тараска сейчас будет. Давайте Тараску купим. Тараску. Хорошо. Жесть.
Давайте отойдем и подеремся. Ой, да ладно. Прикинь, если бы я пропуфался, круто было бы. Пропуфался, было бы круто. Жесть. Ну, соливар не делаю, пацаны, получается. Получается, соливар не две стороны сломал. Хорош. Вот, идем. Тарасочка. Жесть. Пайп Тараска. Пайп Тараска. Ну, с Аегисом, Аегис, ребятки, решил. Ну, тяжелая катка для меня такая, на самом деле, проблематичная. Так, Тараска, сколько хп будет там? Опа, 2600, сюда. Сейчас запарятся сливать, конечно, мипа. Сольют на изи. На изи сольют. И Володьку сейчас продадим, еще какую-нибудь Тараску с Кадичем. Можно и зарел сделать, то есть дэмэджа добавить. То есть силы сейчас очень много, но дэмэджа мало. Дэмэджа мало. Хорош. Дэмэджа мало. Что там, Эсэфиус? Какой Эсэфиуса? Езжи. Ой, бедный СФ. Бедный СФ, да, пацаны? А чё герой стоит? О, просто забагался. Забагался. Забагался герой. Кто пушить? Стой. Ну и Криса. Ребят, ну эта катка была прям поинтереснее. С Тарасочкой. Забавная фигня. Забавная фигня с Тарасочкой. Прям, ну, нормально зашла. Жесть. СФ. 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 Да напиши, пожалуйста. СФ, как дела? СФ, как дела? Молчит. Значит, понял урок. Не нужно говорить гоп, пока не перепрыгнешь, ребятки. Вот так вот. Слушайте, ну, эта катка была прям интересная. Ну и, наверное, я думаю, ребятки, гайд мы на этом на мипа закончим. Интересно у нас получился билд. И, на самом деле, пайпуха подрешала в некоторые моменты, ребятки. Прям, рили. Прям подрешала. Я так считаю, что пайп я собрал не зря. Пайп я и собрал не зря, ребятки. Вот такая вот у нас каточка на мипа. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, конечно же, если есть вопросы. Если вопросов нет, можете в комментариях не писать. И, в принципе, все, на этом гайд я закончу. Самый кайфовый билд, который мне нравится на мипа, это, конечно же, билд через Эзериал. Ведь с Эзериалом очень много дэмэджа, а с Тараской просто Тараска очень много хп дает, получается. И все, потому что мы шарим статы. Что бы я сюда в этот билд добавил? Я бы сюда добавил либо Этериал, либо Хекс, если это необходимо. Ну и в принципе все, друзья, вот такой вот гайд получился. Обязательно поставьте лайк за старание. Если вы хороший мипа, обязательно дополняйте этот гайд. Ведь я по факту не сильно контролю этим героем. Но и тем не менее, вот такие вот катки получились. На этом все, друзья. С вами был Ксаназис и до скорого.